Так, друзья, всем привет, всем добрый день. Как меня слышно, как меня видно, напишите, пожалуйста. Мы можем уже начинать постепенно. Напишите, пожалуйста, меня слышно или видно. Да, все супер, Ирина пишет, и две Ирины. Всем привет. Супер, класс, друзья. А поставьте плюсики, кто был вчера, и минус кого не было. Просто интересно, кто у нас молодец, пришел с вчерашнего вебинара. Так, плюсики, плюсики, плюсики. Наверное, все, все кто был вчера и сегодня есть. Отлично. Супер. Видно, слышно, все отлично. Плюсиков много, кто-то вот, кого-то не было вчера. Но в основном 99% вижу, что все вчера были. Супер, друзья. Сегодня у нас по плану следующая работа. Мы разберем поиск продукта. Я покажу два метода. Также мы разберем поиск поставщика, доставка товара, договор. Расскажу, как не платить… Что такое ресел сертификат, как не платить такс на Алибабе. Вот. И план запуска. То есть, в принципе, у нас такой сегодня план работы. 2-2,5 часа у нас, я думаю, будет сегодня по времени, надеюсь. Ну и, конечно же, в конце, друзья, отвечу на ваши вопросы. Какие-то вопросы по ходу дела отвечу, какие-то вопросы уже в конце. Хорошо. Сейчас я включаю презентацию и можем потихонечку начинать. Так, одну секунду. Кстати, друзья, напишите, как вам вообще... В Ютубе удобно смотреть такие вот вебинары, потому, потому что обычно никто не делает в Ютубе, обычно делают на других платформах. Как вам еще удобно в Ютубе смотреть вебинары, там общаться, или лучше на другой какой-то платформе? Да, вот Сергей пишет, да, удобно, удобно. Ну супер, супер. Да, отлично, отлично, супер. Так, ну я так понимаю, меня слышно и видно, поэтому можете не писать единичку. Вот, поэтому я думаю, что все хорошо. Итак, еще раз повторю план на сегодня. Прекрасно, удобно, ну супер, супер, удобно, удобно. YouTube, отлично. Тогда будем продолжать в будущем также делать в YouTube все, всякие подкасты, прямые эфиры. Думаю, что будет всем полезно и удобно реально в YouTube делать это, а не где-то отдельно. Хорошо. Так, поиск продукта для продажи по модели Private Label, расчет маржинальности, расчет всех Amazon комиссий, поговорим о Amazon комиссиях. Поиск поставщика и оплата за товар Договор с поставщиком, доставка товара И стратегия запуска, набор отзывов То есть мы все темы затронем сегодня вот. Конечно, основная тема — это поиск продукта Там больше всего информации вот. Окей, друзья, кто еще не подписался на мой Инстаграм или Телеграм Пожалуйста, подпишитесь Я продублировал две ссылочки Почему-то они тут не получаются раздельно Да, секундочку Вот таким образом подпишитесь если подписались спасибо вам большое и будем начинать окей правило вебинар полтора часа длительность но я думаю что честно говоря будет часа два точно потому что вчера у нас был два с часа возьмите блокнот блокнот или делайте записи на ноутбуке но на самом деле также запись этой трансляции она будет в ютубе Поэтому попрошу вас, если кто-то там подключится со временем, спросит, есть ли запись, будет ли запись, если кто-то может ответить, что да, будет, чтобы я не отвлекался. Вот, спасибо вам. Ответы на вопросы в конце, но можете опять же задавать по ходу, какие-то буду по ходу отвечать, какие-то уже в конце. Если пропущу ваш вопрос, пожалуйста, продублируйте его. Тут записи будет, запись будет, так что не переживайте. <с enterprise> вот, здесь немножко неправильно, так что запись будет. Окей, okay. итак, поиск продукта, да, для поиска продукта обязательно вам нужен будет Helium. Это обязательно. Хотя бы на месяц вам нужно его точно вот взять. Я лично пользуюсь Helium. И до этого и Jungle Scout пользовался. Но мне больше нравится Helium именно в поиске продукта. Именно в поиске продукта. Я вам продублирую ссылочку со скидкой. Там 20-10% скидки на Helium. Поэтому, если хотите, можете взять, попробовать. Вот. В любом случае он вам нужен. Как минимум вам нужен Helium 10 Chrome Extension, который вам необходимо установить. Мы также это вчера проходили. Просто в Google пишите Chrome Extension, переходите по ссылочке, здесь указываете Add Extension, нажимаете, и он добавляется у вас в браузере. Вот сверху он у вас добавляется в браузере, вы его фиксируете здесь, и вам будет удобно с ним работать в будущем. Да, вот я вам скинул ссылочку на скидку, там 20% на полгода, 10% на один месяц. К сожалению, других скидок сейчас Helium не дает. Раньше было 30% еще в прошлом месяце, а сейчас уже ее нет. Поэтому остались только такие скидки. Вот, если вы ведете промокод, у вас будет там это на полгода 20 долларов скидка, ну или там 10 долларов, если на один месяц. Окей, друзья, хорошо, все, вы это сделали, надеюсь, вы как бы работали. Возможно, вы уже смотрели продажи с помощью Helium 10. Вот. Что нам нужно? Смотрите, в первую очередь, что такое Helium, зачем нам устанавливать это расширение? Да? Потому что мы будем анализировать продажи с помощью X-Ray. Вот Это мы видим продажи, когда вы заходите на Amazon, вводите какое-то ключевое слово какого-то продукта, например, в этом случае Artificial Plants, и дальше вы анализируете продажи этого продукта, смотрите, какие здесь есть продавцы, сколько они продают, на какую, сумму, на какую сумму и так далее. Я вам сейчас вот такой файлик скину в чат, ссылочку, чтобы, я думаю, что вам он пригодится, потому что он очень-очень удобно. Да, если вы вдруг забыли, что какая колоночка означает… Вы открыли, посмотрели. Вот, я вам сейчас скину. Просто зайдите туда, скачайте. Файлообменники это такой файлик. А, вот, поэтому можете скачать. Быстренько пройдемся по каждому пункту, чтобы вы понимали. А, search volume да, это количество поисков в месяц. Да? То есть сколько людей ищут этот продукт в месяц, например. В нашем случае artificial plants. Total revenue это оборот за последние 30 дней. То есть не за последние 30 дней оборот этой ниши составил 3 миллиона долларов. Да, Средний оборот на продавца 66 тысяч долларов. Ну, скажем так, этот показатель не особо как бы, важный, потому что некоторые продавцы продают там на, на 500 тысяч, некоторые там на 10 тысяч, да, поэтому, скажем так, это средняя. Средняя цена продажи 44 доллара, average BSR, то есть best selling rank 62 920, среднее количество отзывов 1720, это высокая цифра. Здесь, кстати, вы тоже можете посмотреть с помощью этого X-Ray, вы можете посмотреть поставщиков на Алибабе. вы нажимаете на кнопочку, вам сразу открывается окошко, и там сразу видите продукты Alibaba, да, то есть этих поставщиков, которые продают похожие продукты, и там и цену можете посмотреть. Дальше здесь смотрим. SP означает Sponsor Products реклама. То есть это значит, они рекламируются. Как правило, я эти убираю. Я просто выделяю, удаляю их или в фильтрах убираю потому что, в принципе, меня не интересуют те, кто по рекламе, меня интересуют те, кто по органике, то есть кого Amazon органически размещает на первых там позициях, ну и так далее. Вот. Асин, бренд, название бренда, цена продажи, sales. Это цена, э, извините, это количество продаж в единицах за последние 30 дней. Да, то есть видим 754 единицы, вообще кто-то 22 тысячи продает единицы в за последние 30 дней. Да? График продаж очень полезный, очень полезная функция. Нажимаете на нее, открывается окошко. Вы можете посмотреть график за один год или all time, например. Для вас это тоже показатель, где какие пики продаж, какие месяцы у него больше продаж, какие месяцы меньше продаж. То есть, в принципе, можете понять, насколько этот продукт сезонный или нет по этим графикам. Revenue это оборот, то есть в деньгах да, в долларах. Best Rank. Страна продавца там Китай. АМЗ – это Amazon продает продукты. Да, Amazon также продает продукты. И, вы, и сейчас их больше и больше. То есть он, в многих нишах вы можете заходить, открывать X-Ray, и там будет Amazon, Amazon, Amazon. Поэтому, конечно, в такие ниши я не рекомендую заходить, особенно если Amazon там в лидирующих, на лидирующих позициях, да, если он там где-то в середине или в конце, окей. Но если вы видите, что вы открываете нишу, там в нише оборот, допустим, 2 миллиона, из этих 2 миллиона, полтора миллиона продает Amazon, ну, конечно же, вам будет сложно конкурировать с Amazon на его же площадке. Дальше, FBA, вот fees, это все комиссии, которые платятся с каждой проданной единицы. Например, этот продавец продает по 39 долларов продукт, да, и с каждой проданной единицы он платит 19 долларов с половиной Амазону. То есть в эти 19 долларов входят две комиссии. 15% от цены продажи, это referral fee называется, и FBA fee, это когда Amazon пакует ваш товар и отправляет клиенту. Ship and pack, да, вот, или pack and ship на английском. То есть это FBA fee, она зависит от размера вашего товара. То есть 19,50. На самом деле, вот смотря на этот продукт, я понимаю, что это слишком высокая комиссия. Учитывая, что они по 40 продают, половину они дают Amazon, а у них остается 20 долларов, да, с этих 20 долларов там товар, стоимость товара, доставка с растаможкой, да, плюс еще на рекламу надо оставить и какой-то профит себе. То есть тут я не знаю, что у них там, возможно, какие-то скидки здесь. А, вот. Дальше, review count, это количество отзывов. А, review velocity, вот, видите, я здесь написал зеленым, это сколько отзывов прибавило за 30 дней новых отзывов, и красным, сколько отзывов Amazon удалил. Да, бывает такое, видите, вот здесь в самом низу. Минус 131. Это значит, этот продавец, крокон, крокон какой-то, э, называется бренд, э, у него Amazon удалил 131 отзыв. По каким причинам, не знаю. То есть, возможно, он там какие-то методами пользовался и так далее. Вот, Amazon посчитал, что эти отзывы, как бы, их нужно удалить. Uh, вот категорию, которая продается, Home and Kitchen, категория размеров fulfillment, FBA, FBM, AMZ, MFN. Вы такие будете видеть э, аббревиировки. В принципе, FBA то, что вы отправляете товар на Amazon, FBA на склад Amazon, FBM когда вы отправляете со своего склада или со, ну, там, с прип центра, AMZ это как товар, который продает Amazon, и MFN это также товар, который хранится на складе производителя, то есть, например, на прип центре. Размеры товаров, вес. И очень мне нравится последний пункт, прям очень нравится, это creation date. Прям я считаю, что это один из топовых пунктов, мало почему-то кто-то на него обращает внимание. К сожалению, он не всегда показывается, он не всегда подгружается хелиумом, но вы видите, когда этот был листинг создан. То есть плюс-минус вы можете понять, когда он начал продаваться. Да? Поэтому э, здесь э, вы можете понять, например, вы заходите в нишу, открываете видите, что там продавцы всем там в пятнадцатом году, 2018, -м, м понимаете, что ниша достаточно старенькая, все там уже давно старички сидят, все продают хорошо. То есть а вы, а есть такие ниши, когда вы заходите и видите, что там все зашли в 23 третьем году, да, там или двадцать четвертом уже. И опять же, для вас это классный показатель. Если видите, что там человек за полгода там, создал листинг в 23 году, и там, например, за полгода вышел на какие-то хорошие показатели, то есть это хороший знак. Да? Потому что, значит, вы также, в принципе, если все сделать правильно, грамотно, можете также рассчитывать плюс-минус на, на такой объем продаж. То есть это хороший знак. Ой. Окей. Так, все, файлик я вам этот скинул, скачайте. Теперь 8 главных критериев, не 8, а 7 я один удалил, который уже не актуальный. Семь главных критериев, которые для поиска продукта. Мы еще больше обсудим критерии, там чуть будет дольше. больше. Это такие основные, да. То есть какие ниши мы ищем. Высокий спрос на продукт, высокий спрос на продукт. То есть здесь у нас какие показатели? Это продажи в нише, которые говорят о спросе, да. То есть, например, мы видим 3 миллиона. Это хороший спрос, да, это хороший оборот в нише. Чуть позже я покажу и другие ниши, где и поменьше оборот, вы сами это будете видеть. То есть 3 миллиона это, это очень хороший оборот. Да. И, и, серч, и хороший search volume. То есть, да, search volume это количество поисков в месяц. То есть здесь 20 тысяч это тоже хороший. Некоторые ниши будете видеть по 50 тысяч, по 70 тысяч людей ищут в месяц, да, некоторые ниши там, по 1000, по 2. То есть, есть разная ситуация. Конечно, лично я предпочитаю заходить в ниши, где хороший спрос на продукт. То есть, если я вижу в нише там э, много конкуренции, вижу, там, не, там оборот всего лишь там, не знаю. 300 тысяч, да, и понимаю, что в этой нише мне будет сложно. То есть и каждый продает по 10 тысяч, я понимаю, что больше этого вряд ли я там сделаю денег. Вот, поэтому, конечно, это зависит еще от бюджета. Да, если у вас небольшой бюджет, то вам нужно нишу попроще искать, где меньше спрос. Вот. Дальше маржа, ищем от 30% и, ниши, и, и, и выше, извините, не ниже, а выше. Потому что в Амазоне есть, во-первых, это уже после всех комиссий, после всех доставки, себестоимости товара, да, то есть всех расходов, у нас должна маржинальность получаться минимум 30%. Вот, потому что в Амазоне также есть возвраты, которые да, сложно прочитать. В каждой нише по-разному. В некоторых нише процент возврата 7-8, в некоторых нишах процент возврата 20, особенно одежда. Да. Поэтому э, маржинальность должна быть минимум э, 30% процентов, да, цены продажи. Э, вот. И поэтому, э, ну, как бы, такой показатель. Если вы видите, что вы выходите, у вас там 15% маржа или 10%, ну, вам будет сложно, сразу говорю. То есть здесь нужно хороший запас брать, очень хороший запас, чтобы у вас был, потому что и расходы на рекламу будут вначале немаленькие. Вот, которые, и если у вас будет небольшой там зазор в деньгах, то вы не сможете себе позволить нормальную рекламу запустить и так далее. Поэтому минимум 30%, а оптимально вообще 40-50%. Это в идеале, если найдете такой продукт. Uh, так, нет доминирующего бренда и Амазона, Что это означает? Это когда вы открываете вот здесь, да, если видите, что, например, вот видите то, что я говорил, там да, Amazon, да, Amazon делает половину оборота этой ниши, полтора миллиона один на Amazon на первых позициях, вы понимаете, что вам будет сложно в этой нише конкурировать с Amazon. Или вы видите какой-то большой бренд, сильный бренд, с которым, который также забирает там больше 50% оборота ниши. То есть здесь тоже, ну, вы должны рассчитывать свои силы и понимать. А когда вы открываете здесь, видите, как вот такую картину, один бренд, второй, третий, видите, все разные бренды, и, в принципе, все продают 30, 60, 20, 40, 200, ну вот какой-то есть 200, да, еще какой-то есть 200, и они совершенно разные. Какой-то есть 196. То есть, в принципе, мы видим разнобой здесь. Нету таких брендов каких-то, которые повторяются и которых там половину э, всей ниши, они как бы заняты своими продуктами одного бренда. То есть, да, это хороший знак. Когда вы видите один какой-то бренд, который там ниши забирает, ну, как бы, сами понимаете. Низкая конкуренция. То есть как мы можем понять, насколько большая конкуренция, насколько низкая? Один из хороших показателей — это, конечно же, количество отзывов. Это review count. Да? То есть если мы видим, что есть продавцы, у которых небольшое количество отзывов, при этом у них хорошие продажи, это хороший знак. Это очень хороший знак. Потому что когда я захожу в нишу, как бы я должен понимать, что Amazon, как бы, ну, насколько я смогу, сколько я смогу набрать отзывов, например, за полгода, ну, там 100 отзывов, не больше, там 30 отзывов с помощью программы Вайн, там еще какие-то отзывы органические будут, да? ну, максимум 100, вот, если это все делать органически. Да? И то, если повезет 100 отзывов, это как бы немало за полгода. Поэтому как бы нужно понимать, на Amazon все привязано к отзывам. Чем больше отзывов, больше доверия у клиентов к вашему бренду. Соответственно, когда вы заходите, смотрите, чтобы были продавцы, особенно на первой странице, в которых небольшое количество отзывов, при этом хорошие продажи. То есть, соответственно, скорее всего, они зашли недавно, там набрали своих 50, там, 70, 80 отзывов и уже там показывают неплохие продажи. То есть это, опять же, хороший знак для вас. А цена продукта от 40 долларов выше, да, Почему 40? Вот. Ну, для меня я всегда смотрю с продукты 40, 70 долларов, 80 долларов вот, максимум, да, потому что, опять же, маржа, то есть прибыль. То есть, прибыль чисто от продукта, который вы будете за 20 долларов продавать, и за 40, понятно, что за 40 у вас там будет больше прибыль в долларах. Вот. Ну и же реклама тоже. То есть, стоимость рекламы очень дорогая, она постоянно растет. Вот, поэтому, ну, есть ниши, где вот вы продаете товар за 20 долларов, например, да, там стоимость клика, ну, там 1,5 долларов, то есть 1.5 или там 2 доллара, да, колеблется. Есть продукты, которые продаете за 50 долларов, такая же стоимость, стоимость клика, понимаете? То есть тут как бы, э, но, конечно, прибыль больше, и вы можете больше позволить, когда вы продаете товар за 50 долларов, то есть у вас там чистая прибыль на порядок больше, там, в два раза больше вы зарабатываете с одной единицы, чем продавая товар за 20 долларов. Поэтому, ну и конкуренция чуть меньше. Если товар подороже, как правило, там конкуренции меньше. Не всегда, но есть ниши, где поменьше конкуренции. Поэтому, конечно, я вам рекомендую искать продукты чуть подороже. И когда вот, чтобы тоже понимали, например, если у вас цена продажи товара а, на, как бы, на Амазоне, например, 50 долларов, то, то где-то закупочная цена это будет в районе 10 долларов. То есть где-то x5 умножайте. Вот когда вы будете искать продукты на Alibaba, например, да, вот, на x5 умножайте и, соответственно, не на X, да, x5, и тогда увидите, какая цена приблизительно будет на Амазоне, должна быть на Амазоне. да Шестое. Возможность улучшить продукт. Это обязательно, мы еще поговорим. Это вообще один из самых важных аспектов. Даже вот это не такой важный, как вот этот. Потому что сейчас заходить с идентичным продуктом, как у других продавцов, это просто нет смысла. Сразу говорю, нет смысла. Нужно, я еще поговорю, как можно улучшить продукт, какие есть методы, как можно проанализировать. Мы еще чуть, чуть позже сегодня поговорим. Большой плюс, если товар может быть as a gift. То есть, Скажу по опыту, что продукты, которые. Ну, в принципе, любой товар можно как-то упаковать, показать, что, смотрите, этот товар классный, и вот так, а можно еще подарить его, например. Да? Это тоже важно показать на листинге. Если это такой товар можно также частично показать, каким-то там одним фото или еще что-то написать, что-то в дескрипшене или там в описании, в bulletпоинтах, написать пару слов, то, что товар может быть классный для подарков, это большой плюс. Вот, потому что товары, которые также подходят для подарков, там очень маленький процент возврата, очень маленький. Никто подарки обычно не возвращает. Поэтому как бы это классный плюс. Окей. Теперь первый метод, как найти продукт с помощью Helium 10 Blackbox. Я тут покажу два метода, которые я, которыми я пользуюсь. Итак, чтобы зайти в Blackbox, просто заходим в Helium нажимаем инструменты Tools вот сверху и нажимаем вот Black Box. То есть это инструмент, который позволяет вам найти продукты. Да? То есть вы выставляете определенные фильтра и вы находите продукты. Что у нас здесь есть? У нас тут есть две вкладки. На самом деле их больше, больше, но мы сегодня разберем две, потому что если разбирать каждую, это будет на очень много часов времени. Разберу две, которыми я пользуюсь в первую очередь. Мне нравится Вкладка Products стандартно и вкладка Keywords. Вот мне Keywords даже больше нравится, чем Products, потому что там очень интересные попадаются продукты, которых в Products нет. Очень интересные продукты попадаются, вот, о которых я даже не, не знал, что такие существуют. При этом они классно продаются. вот Мы сейчас разберем обе. В первую мы разберем Products вкладку Products. Итак, вот вы зашли в вкладку «Продукт», здесь мы указываем фильтра. На самом деле у меня тоже есть видео и в Ютубе, где я показываю, да, как я пользуюсь «Продукт». Поэтому мы еще раз пройдемся, и я как бы да, остановлюсь на каждом фильтре, который я использую. Вот, в первую очередь, смотрите, мы э, во вкладке продукты выбираем категорию, да не только во вкладке продукты, в каждой категории, в каждой вкладке, извините, мы выбираем э, категорию по одной. То есть не выбирайте сразу все категории, да, потому что здесь есть лимит выдачи продуктов. Здесь у Хелема, по-моему, 200 продуктов он показывает. Это если пакет платину. Вот, поэтому чтобы посмотреть больше вариантов продуктов, больше да, разнообразия, делайте под, по категории, окей? Okay? То есть не выбирайте сразу там 10. Сначала «Home and Kitchen», потом, не знаю, там «Pets», потом «Baby», и вот таким образом каждую отдельно. Там можно, можно даже выбрать под категорию. То есть, ну, в принципе, категории тоже ок. Дальше мы выбираем максимальное количество отзывов, review count 400. То есть мы хотим найти продукты в нише Home and Kitchen, у которых не больше 400 отзывов. Опять же, помним, мы говорим, что нас интересуют продукты, которые небольшое количество отзывов, при этом что хорошая продажа у них. Да? То есть для нас это важный показатель. Очень важно. Дальше. Shipping size и fulfillment. Здесь выбираем, размеры продукта small и large standard size, то есть вот это small и large standard size, это продукты в принципе плюс-минус небольшого размера и там не будет космическая комиссия. Вот. Конечно, если у вас есть бюджет, вы можете выбрать вообще там все пункты и oversize продукты, ну, Помните, что за оверсайз продукты будет, конечно, дороже и доставка, и хранение, и комиссия Амазона. Поэтому, конечно, если у вас цена продажи и маржинальность позволяет, вы можете и большие продукты продавать, то есть крупные. Да? В нашем случае мы ставим large, small и large standard size и variation count 1. Смотрите, что такое variation count? То есть я хочу видеть продукты, которых вариация одна, потому что я заметил, когда я вот работаю с этой вкладкой, да, я замечаю, что у меня очень часто попадаются продукты, например, там постельное белье, и там всех миллион цветов. Это в одну... <laughs> То есть модель одна и та же и показывает там, не знаю, белый, серый, черный и так далее. Там разные принты, там прям все, там половину всех выдачи, мне один продукт всего лишь разных цветов. Поэтому я бывает ставлю variation count 1, чтобы максимум показать мне продукт, у которого одна вариация. Вот, То есть опять же, здесь вам нужно играться. Играться в том плане, иногда там один, иногда уберите этот пункт. То есть нужно всегда тестить и смотреть. Окей? Okay? Цена продажи, sales price от 40 до 70 долларов, да, то, что я только что ранее говорил, да, от 40 и выше. То есть 40-70 – это идеальная цена. То есть у вас будет, ну, опять же, я больше склоняюсь к тому, чтобы продавать товар 50-60 долларов. Вот, вот такая цена. Потому что, опять же, там больше прибыли. И monthly revenue, то есть оборот продуктов, которые мы ищем, минимум там от 15 тысяч долларов. Вы можете 20 поставить, вы можете 10 поставить, да. То есть, опять же, эту цифру плюс-минус вы можете менять. Окей? Okay? То есть это такие основные фильтра, которые я использую. Иногда я добавляю, я же говорю, иногда я добавляю image, number of image, то есть количество фотографий на листинге. Иногда я ставлю там максимально 3, там, да, или 4, или 2. То есть для меня что-то говорит. То есть вообще на Амазоне там нужно загружать 6-7 фотографий, да. Если я вижу, что продавца там не 6 фотографий, не 7, а там 2, 2 фотки или там 1, и при этом он делает там минимум 15 тысяч долларов, для меня это показатель классный. То есть как? с одной фоткой всего лишь в интернете он продает там на такую-то сумму. То есть если я запущу похожий продукт, да, я его как-то доработаю, сделаю классные фотки, э, там ни не, не одну фотку, да, сделаю офигенные фотки, сделаю там А+ контент, все красиво покажу. То есть я могу еще больше продавать. То есть понимаете о чем, да? То есть э, суть. Поэтому тоже иногда ставлю number of images максимум там 1, 2 два или 3 вот плюс-минус вот такие цифры. Вы сами видите, что будут такие продукты, у которых там две-три фотки, они там продают неплохо. Вот, поэтому тоже классный показатель. Сейчас я его не указал, но вы можете попробовать также. Окей, это все указали. И что мы видим? То есть мы нажали поиск, мы видим дальше мы видим продукты, которые нам показывает Helium 10 в нише Home and Kitchen, которые соответствуют нашим критериям, да, которые мы только что мы с вами выставили. То есть мы видим конкретно продукты. Мы видим цена продажи, мы видим monthly sales это количество проданных единиц в месяц. Например, вот первый продукт 688 единиц. Оборот в месяц при этом, при этом 44 тысячи. Мы видим, что это за продавец, какой бренд, мы видим, какой размер продукта, мы видим вес, мы видим, сколько он платит за месяц хранения на Амазоне. Это за тысячу единиц. За тысячу единиц. То есть он платит 1, с января, там, по-моему, короче, пиковый сезон, Q4 сезон, он платит аж 1200 в месяц сохранения этого товара. А не в пиковый сезон он платит всего 357. Видите, какая разница? X4. Вот. То есть, в принципе, вы можете просчитать, сколько стоит одна единица. Это за тысячу единиц, за одну тысячу, окей? Поэтому не пугайтесь вот, за цифры. Вот. вот, например, видим какой-то продукт, который нам нравится, нажали на этот продукт, перешли, дальше уже начинаем его анализировать. Также я рекомендую здесь, вот если нажмете на три точки, вы можете сохранить в сейв лист продукты какие-то, чтобы их не потерять. То есть, и дальше вы просматриваете, смотрите оборот, смотрите, какие продукты вам нравятся. Вот смотрите, есть продукт, который вообще 200 тысяч оборотов, Uh, вот, да, за 50, 59 долларов uh, цена продажи. Продают 3384 доллара uh, единицы, извините, в месяц. Вот, какой-то Brizom бренд. Вот, да, это какой-то там дехимидифайр, окей. Okay. Поэтому, то есть, в принципе, можно да, проанализировать. Это все home and kitchen. Итак, видите, у меня показало тут 120 результатов. 120. Вот. То есть максимум обычно здесь выдают 200, если у вас платиновый пакет. Если Diamond, там 500 выдают, но Diamond очень дорогой, как, как по мне, там что-то 200 долларов в месяц. Поэтому ну, достаточно, просто идите по категории. Да? Вот. Все проанализировали, дальше уже открывайте продукты, смотрите, что это за продукты, смотрите нишу. Окей. Теперь вторая вкладка. Заходим в Tools, да, Blackbox и выбираем Keyword. То есть сейчас мы ищем, кейворды, то есть ключевые слова, которые люди вводят в поиски Амазона, чтобы найти какой-то продукт. Да? То есть мы не продукты сейчас ищем, а кейворды. То есть нам сейчас Хелем покажут кейворды. Очень классный, очень вам рекомендую. Мне, по-моему, нету, в Ютубе я ни разу не рассказывал про Keywords, вот сейчас вам первый раз рассказываю. Я часто им пользуюсь, и потому что очень много интересных ниш меня нахожу, реально. Если смотреть вот вкладка продукт, там плюс-минус всегда одно и то же. Там да, бывает меняются продукты, но все такое, стандартное. То в Keywords можно найти что-то интересное, вот реально интересное. Итак, что мы выставляем? Смотрите, в основном нам нужно выставить первую вот такую вот фильтра, вот верхняя строка. Search volume, количество поисков в месяц. Обычно я ставлю минимум 500, там 500 или 1000, да, то есть минимум там 1000 или 500 людей должны искать этот продукт, там какой-то продукт, да. Максимум я не ставлю. Дальше оборот в месяц тоже ставлю минимум 15 тысяч долларов. Дальше цена продажи 40-70 долларов, то, что, то же самое, да. Максимальное количество отзывов, review count максимум 400, Uh, и очень-очень важно указать word count минимум 2. Word count минимум 2. Что это означает? Что мы ищем uh, как бы эти кейворды, словосочетания, которые должны состоять минимум из двух слов. Да, то есть меня не интересует просто какое-то одно слово baby, потому что слишком обширное, да, слишком обширное, или там kitchen, да. То есть меня интересует более специфика, более конкретные ниши, там, хотя бы которые состоят из двух слов минимум, да, там, может, из трех они состоят, я не знаю, из четырех, но с одного слова нет смысла, потому что если вы здесь не укажете, вам будет очень много таких каких-то однословников, которые слишком обширные. Вот, поэтому рекомендую word count минимум 2. Здесь выбираем категорию и fulfillment, например, FBA. Все, указали все эти фильтра, да, опять же, search volume вы можете плюс-минус менять, то же самое monthly revenue плюс-минус менять, вот, то есть, ну, вот ориентироваться на мои показатели. Все, написали, все, нажали э, поиск, да, и дальше мы видим, что нам предлагают различные вот названия, keyword, да, какой-то replacement heater for electric fireplace, керамик fireplace lugs и так далее, и так далее. То есть вот такие результаты вы будете видеть, вы не будете видеть здесь продуктов, вы будете видеть а, а, результаты, вот. И дальше вы смотрите, какой оборот здесь, какая цена продажи, количество проданных единиц в месяц. И вот здесь, нажав на вот это словосочетание, вы перейдете в нишу. Да? То есть вы перейдете в нишу, откроется Amazon у вас, да, и вы увидите этот продукт, там, продавцов, там не один продукт, да, там много продавцов имеется в виду. Вот. Андрей, а Хелен как-то ограничивает количество запросов в рамках подписки? Да, Евгения, ограничивает. Вот если платином, который я вам показывал, который я рекомендую, максимум 200, Uh, вот выдачи будет у вас здесь 200, вот здесь, да, вот, вот. ну, короче, вот этих 200 позиций будет. Uh, вот. Если Diamond самый дорогой, там 500, но Diamond неоправданно дорогой, вообще неоправданно дорогой, то есть там 200 чем-то долларов, uh, вот. Если платина 80, то Diamond там очень дорого. А стандартный там, честно говоря, даже не знаю, мне кажется, там самый базовый там вообще, наверное, очень мало будет. Поэтому я и говорю, лучше делать по, по отдельности. Александр, давайте отвечу на ваш вопрос уже в конце по торговой марке, чтобы не перебивать, окей? Вот, а, все, вот, например, вот берем для примера вот этот керамик Fireplace Lux, нажимаем на него и вот открывается ниша, оказывается вот такие керамические там, бревна, да даже не знал, что такое существует, вот, оказывается, есть. И оказывается, они продаются достаточно неплохо. Вот. И вот такие интересные ниши вы будете находить с помощью вот этого кейворда. Вот реально интересные продукты, которые вы не знали, что такие продукты существуют. Может, конечно, и знали, но я, когда анализирую, я просто нахожу очень много интересных продуктов. В продукт-вкладке в, в Helium такого нет, только в keywords почему-то. Вот. Да, смотрите, Сергей, как вы выбираете ключевое слово из выданного списка или вы будете анализировать все? Ну, смотрите, я просто смотрю, анализирую ключевые слова, нажимаю, смотрю, что это за продукт, потому что я не, вообще не представляю, что это за товар, что это за товар. То есть я нажал, например, на Keramic Fireplace Logs. Мы сейчас проанализируем вместе с вами его. Нажимаем, да, вот переходим, видим нишу. Дальше, конечно, в первую очередь, в первую очередь у меня глаза падают на количество отзывов и продаж в месяц. Для меня это очень важный показатель, как я говорил вижу 62 отзыва, там 200 плюс. Это, кстати, вот эти продажи показывают Amazon с, недавно, с недавнего времени. В реальности немножко продажи больше, если 200 плюс, это где-то в районе 500 единиц он продает, может там 400 плюс-минус. То есть, да, сразу обращаю внимание, в целом вижу пока неплохо, тут 45 отзывов, тут 50, 569, то есть я не вижу здесь десятки тысяч отзывов, уже плюс для меня, да, то есть и цена продажи 60 долларов, 35, 65, 55. То есть такой большой диапазон цен. И за 32 есть, и за 69 есть. И, и, то, и такой, и такой продается. То есть это опять же плюс. То есть вы, если вы будете там не 69, а 65, вы не будете, у вас не будет самая высокая цена. Да? Дальше вот от, на, нажимаем на Helium 10, который extension, расширение в браузере. Да? Нажимаем X-Ray. К сожалению, мне тут не получилось его подгрузить. Вот. И дальше нажимаем x И у вас открывается вот такая ну, продажа. То, что мы с вами чуть ранее анализировали. Да? В самом начале, когда, где я вам файлик скидывал с описанием каждой, каждой колоночки, каждого пункта. Вот. И дальше вы уже здесь анализируете, да, друзья? То есть мы анализируем вот этот пункт. И давайте пройдемся по основным методам, которые в первую очередь, некоторые я уже проговорил, некоторые вот сейчас мы с вами еще проговорим первый метод, который для меня очень важен. review to revenue. То есть насколько зависимы наши покупатели от количества отзывов при принятии решения о покупке. То есть покупатели покупают этот продукт только у продавцов с высоким количеством отзывов или также у продавцов с низким количеством отзывов. То есть для меня это очень важный показатель. Да? То есть я вижу, например, смотрим, первый продукт. Да? 37 отзывов. 37 отзывов продает 457 единиц в месяц на сумму 68 тысяч долларов. При этом у нее 149 цена продажи. 149, как бы немало. Да, то есть 37. Вот видим продукт, где 3 отзыва. Ну, тоже, кстати, тоже с бренд, тот же бренд. 3 отзыва, и мы видим, что он продает на 43 тысячи долларов в месяц. 73 отзыва, 35 тысяч долларов в месяц, 6 отзывов. 31 тысяча долларов в месяц. То есть для меня это уже хороший показатель. То есть я вижу, что в принципе все продают. И те люди, которых много отзывов, и те даже, которых там, там до 10 отзывов, тоже продают. Там это хороший показатель, да? Дальше бренд. Смотрим, нет ли доминирующего бренда. Это означает, что нет бренда, который в топе несколько листингов и который забирает большую часть продаж ниши на себя. То есть нет Амазона. То есть Амазона здесь, честно говоря, не помню. Тут колоночку не видно. По моему, здесь не было Амазона. Вот. Но опять же, видим какой-то бренд Uniflacy. Раз, два, три, четыре, у него четыре листинга. Кстати, если их присуммировать, уже будет там больше 100 тысяч долларов. У него там где-то 150 даже, наверное, будет. То есть, в принципе, мы видим, что если оборот всей ниже там, окей, пускай будет там 700 тысяч, то уже видим продавец, который продает на 150 тысяч да, в этой нише. Но опять же, тут, в принципе, мы видим и другие, и другие бренды, да. И я только тут маленькую часть вам смог сюда скопировать. То есть, да, тут намного больше позиций, там 60 позиций на первой странице, по-моему. Вот. Поэтому, как бы, если посмотреть другие, там также как бы, всех, все неплохо продают. Да, тут эта ниша, кстати, не супер, не супер с высоким спросом. Помните, мы говорили, да, буквально пару слайдов назад, у нас была ниша там, где 3 миллиона оборотов. Здесь миллион, почти 700 тысяч оборотов в месяц. Это не такой большой оборот. Ну, поэтому это тоже нужно учитывать. То есть у вас небольшой бюджет, в принципе, в такую нишу можно заходить. Дальше, creation date. Колоночка creation date. Если продавцы, которые запустились недавно, если да, то какие у них результаты? Вот то, что я вам говорил, иногда оно показывает not available. Вот очень часто такое бывает, вы открываете, оно не показывает, когда был создан листинг. Поэтому Просматривать, если вас показывают, это классно, обращайте внимание. Okay? Но в последнее время почему-то оно не всегда показывают. Дальше смотрим на обороты ниши и на search volume главного ключевого слова. Видим, что search volume здесь 60, 678, небольшое. Да? Помните, мы ставили минимум 500. На в, в, в келюме, да? в фильтрах мы указывали 500 минимум. То есть оно соответствует нашим в принципе, параметрам. И оборот здесь практически 700, 700 тысяч. Можно сказать, что это ниша как бы небольшой спрос. Но опять же, если у вас небольшой бюджет, такие ниши можете себе в первую очередь осматривать. Вам нет смысла идти в ниши, там, где по 10 миллионов оборот с небольшим бюджетом, понимаете. Сезонность. Товар продается в течение всего года или только в определенный сезон. Как я смотрю сезонность? Один из показателей, просто нажимаете на график. На график Search Volume можете нажать, на график продаж каких-то продавцов, да, и посмотреть, как они продают в течение года. То есть вы видите там пики какие-то, да, и дальше полгода нет продаж, то понятно, что товар сезонный. Естественно, лучше продавать не сезонный товар, то есть который продается в течение всего года. Вот. Конечно, потом со временем вы можете и сезонный товар тестить, на них тоже можно неплохо зарабатывать. Но у вас уже должен быть опыт, понимания что это за товар, когда его нужно завозить, когда закупать и так далее, и так далее. Вначале, конечно, лучше запускать не сезонный товар, который продается в течение всего года. Дальше шестое фото. Один из самых важных показателей также при выборе товара анализируем фото в нише. Все это, не, все, как бы большинство продавцов это недооценивают, да. Но ваш будущий визуальный контент от этого, это то, что в результате будут лицом вашего товара. То есть не забывайте, что вы продаете онлайн, друзья, да, то есть на фотосессии вообще не смысла экономить. Если вы видите у конкурентов мощный визуальный контент, то стоит оценить свои силы, да, в самом начале. Осилите ли вы контент, который будет круче, потому что запускаться с контентом таким же или хуже вообще нет смысла. Вы должны делать круче контент, это 100%. Или хотя бы на том же уровне, но чтобы ваш товар смотрелся выгоднее. Да? Опять же, помните, я говорил в самом начале, что если видите, что вот фотографий там мало у конкурентов или у них фотографии не такого хорошего качества, вы видите и понимаете, что вы можете сделать лучше, там вы или там ваш фотограф, то, соответственно, как бы это хороший показатель для вас. Потому что если вы заходите в нишу, и там уже реально очень серьезные ребята сидят, у которых там мега крутой контент, и видео очень крутые, профессиональные сняты, да, и так далее, то вам, конечно, будет сложно вообще переплюнуть их. В принципе, это возможно, но вы должны понимать, что бюджет на фото тоже у вас будет вообще не маленький, вообще не маленький. Поэтому вы должны в первую очередь тоже оценить свои силы, потянете ли вы, сможете ли вы их сделать лучше, фото контент? Да, продукт у вас может быть лучше, как бы я не сомневаюсь, что вы там проанализируете, доработаете его. Но это нужно все показать правильно в фотоконтентом. Если у вас, вас может быть самый крутой продукт, да, но при этом плохие фотографии, и вас никто не будет покупать. И будет покупать, возможно, вашего конкурента, который хуже качеством продукт, но у него там более качественные фотографии, продукт лучше раскрыт, преимущество продукта лучше раскрыты, фото, да, и более качественно. Соответственно, как бы это очень важно, друзья. Поэтому фото. Это пункт, который я в прошлый раз не говорил, в этот раз я решил добавить, потому что все-таки мы продаем онлайн. И я просто вижу, многие ребята ко мне обращаются с тем, что Андрей, у нас не продается продукт, давайте посмотрим вместе листинг, да, мы анализируем листинг, смотрим, что там то ли бренда нет, то фотографий не все, недостаточно, не то ли непонятно, не раскрыт продукт, не раскрыты преимущества продукта на фото, да. То есть вы, как бы, поэтому этот момент нужно отнестись очень серьезно, и, э, как бы, да, это один из самых важных моментов: будет ваш продукт продаваться или нет. Кастомизация, улучшение. Да, седьмой пункт. Есть ли возможность улучшить продукт и видоизменить? Друзья, тоже очень важно то, что я говорил чуть ранее. Сейчас мы еще поговорим, как его улучшить можно, как возможно, видоизменить. Возможно, у вас какая-то ICD, не знаю, какой-то карман добавить, какой-то цвет поменять, какой-то принц сделать, какой-то функционал добавить. Да, это возможно будет чуть дороже стоить вам. Но, друзья, как бы нужно как-то выделяться. А, на Амазоне очень много китайцев, очень много производителей, которые продают свои же продукты. Они продают и свои продукты, и вам они продают тоже, то, да, чтобы вы продавали на Амазоне. Конкурировать по цене с ними невозможно, естественно, у них они производители. То есть у нас остается как бы момент первый, улучшить продукт, сделать его более качественным, да, как бы или визуально другого, или что-то еще доработать его как-то. И второе, это сделать лучше листинг. Да, то есть фото, потому что как правило китайцы сильно не заморачиваются. Вы видите одни и те же фотографии на Алибабе и одни и те же фотографии на Амазоне. Ну, у них классная цена, они могут себе позволить на 10 долларов поставить цену меньше, чем у вас, и этим по сути брать клиентов. Вот, вы это не можете себе позволить, потому что вы не можете э, продавать как бы да, в минус. Вот, поэтому фото и кастомизация это единственное, что как бы помогает нам в этом случае. Мы делаем лучший продукт, и мы показываем, что мы более, например, там премиальный бренд, да, у нас более качественный продукт, да, мы там дороже на 10 долларов, но, друзья, у нас вы получаете вот это, вот это. Человек заходит на ваш листинг, у него классный experience, у него классный опыт, он видит классные фотки, он видит четкое описание листинга продукта, да, и он хочет понимать, что без этого продукта он не может да, жить, так сказать. Поэтому э, эти два пункта обязательно обратите внимание. Кстати, по фотографии, друзья. Будет ли вам интересно, если я проведу, мы вообще планируем провести с Ярославом Франциско лайв-сессию, трансляцию в Ютубе, где мы будем разбирать листинги, возможно, ваши листинги, возможно, ваших конкурентов. Вообще будет интересно вам такой формат, напишите, пожалуйста. Вот. Это будет лайв-режим. С Ярославом я делал также подкаст в YouTube. Вы можете посмотреть видео. И вот мы как раз на этом подка... в этом видео мы говорили, что планируем сделать такую трансляцию. Я думаю, что вам тоже будет интересно, если мы разберем в прямом эфире там, ваши лисинги или конкурентов. Я думаю, что это будет классно. Тем более Ярослав очень крутой специалист по фото. Поэтому я думаю, что я думаю, что будет интересно. Да, все, все пишут ребята, будет интересно, да, Буду корыстно. Супер. Отлично. Так, Дмитрий спрашивает, как защитить фотографии, если товар дженерик? Да никак, Дмитрий, никак. К сожалению. Нам нужно бренд делать. Да, ставят плюсики. Супер, друзья. Я думаю, что мы проведем, я думаю, мы что проведем там в этом месяце, я вам сообщу заранее, это будет прямой эфир, вот такого плана, только еще будет Ярослав подключиться, и мы вместе разберем какие-то листинги, там фотоконтент, что можно улучшить. Возможно, ваши листинги, возможно, ваших конкурентов. Вот. Как вы выбираете продукт, который будете продавать по выбранному ключевому слову? Там же все бревнышки разные. Ну, Сергей, тут нужно, анализировать более детально, смотреть, какие бревнышки лучше продаются. Там белые, там серые, да, там коричневые. Какое их количество, да, то я вижу, видите, тут от всего зависит цена, от количества, от типа бревнышек. И дальше уже смотрите, что есть на бе, да, то есть как бы я вот так, конечно, супер углубленно не вам не показал, но это уже вы должны сами внедряться и смотреть, что лучше продается. Вот вы открыли здесь и смотрите, там белые бревнышки, да, видим белое, 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 тут уже там какие-то коричневые, ну то есть смотрите продажу и так далее. То есть можно спокойно три чужие фотки. Но не, не к тому, что если вы продаете под дженериком, у вас нет бренда, друзья, то могут легко и ваши фотографии поменять. Просто левый продавец пойдет поменять ваши фотографии. Ну, там, когда у вас нет бренда, то, что мы вчера обсуждали, помните, да, я про бренд регистр рассказывал, то там может такое натворить на вашем листинге, что, ну, поэтому я говорю, вы 10 раз пожалеете, что не потратили там, не знаю, 400 долларов, 450, и не зарегистрировали торговую марку и бренд. Зато вы будете спать спокойно с брендом. Дмитрий спрашивает, как после создания бренда изменить товары с Generic на свой бренд? Слышал, можно, но сложно. Да, Дмитрий, можно, но сложно. Ну, у меня получалось менять, но там есть несколько вариантов, как поменять, удалить, восстановить, делать, как его, там еще есть другие методы, звонить в поддержку по телефону по 15 раз в день, вот. Ну, или сделать ремап, тоже получалось у нас. Ну, скажем так, есть варианты, но это очень сложно. Очень сложно. Я не знаю, почему Amazon не может просто придумать, если вы уже регистрируете бренд, добавить его на листинг. К сожалению, такого нет простого решения. Вот. У Amazon всегда есть сложные решения, которые нужно через поддержку, желательно и по телефону решать. Ну, или же какими-то другими методами. Поэтому, как бы, вот так вот. Окей, друзья, вот, например, да, вы, вы открыли, все эти, прошли все эти пункты. Дальше вот открыли, например, какой-то продукт. Например, 69 или 59, что у меня тут? А, 69, вот, да. Выбрали, например, вот этот 69 долларов, который, который продают на 35 тысяч долларов в месяц. Вот. И дальше вам необходимо просмотреть хотя бы ориентировочную маржинальность. То есть сейчас предварительная маржинальность. Это не точная, Понятно, что когда вы будете знать точные цифры, там, закуп, закупки товара, точные цифры, там, по доставке, да, и так далее, вы уже просчитаете точную маржинальность. Но приблизительно на этом этапе вы можете просчитать, и я рекомендую это сделать. Опять же, в Helium 10 есть калькулятор, нажимаем вот сверху на Helium 10 расширение, нажимаем, дальше находим profitability калькулятор. Да, то есть вы уже зашли на листинг и смотрим, сколько зарабатывает этот продавец. Дальше открывается вот такой вот Helium 10 окошечко. Да. Здесь у нас стоит обязательно FBA. Тут сразу это все автоматом загружается. Вам здесь ничего не заполнять не нужно. Сейчас пройдем, пройдем по каждому пункту. Пройдем по каждому пункту. Первое. Цена продажи 69,99. Это мы знаем. Дальше. Dimensions. То есть размеры упаковки товара. Это в инчах. От этого размера и веса, который в паундах указан, зависит комиссия FBA. Сейчас я покажу, где эта комиссия. Вот она здесь. 10,85. Ну, сейчас мы до нее дойдем. Да? Вот это, вот это, вот это сам, одни из самых важных да, показателей. То есть вы когда а, общаетесь с поставщиком, обязательно спросите, какие а, размеры упаковки товара. Поняли? Самого товара. Иногда, если вы когда-то заказывали с Амазона, иногда товар вообще приходит а, без красивой упаковки. Вот там, не знаю, подушки я заказывал недавно. Пришли в вакууме, там вот такие маленькие тюбики, подушки. Да, открыл этот вакуум, и там уже такая подушка большая стала. То есть… Понимаете, от этого, потому что зависит коми, э, как бы комиссия. Конечно, мы все хотим классную, красивую упаковку, но когда, вот вы, если заказываете на Амазоне, обращайте внимание, в каких упаковках она приходит. Во-первых, она приходит в, амазон, в, амазоновской коробке. Да, там, вы открываете амазоновскую коробку, и дальше там уже лежит сам продукт. Так вот, поэтому, если вы меня спросили, Андрей, что ты выберешь, классную, красивую упаковку или там, не знаю, комиссию на, на 3 доллара меньше, я выберу без упаковки и комиссию на 3 доллара меньше. Понимаете, о чем я? Поэтому, потому что все так делают. Вот. Это первое. Второе. 14 долларов юнит manufacturing cost. Это э, Helium 10 ставит ориентировочную цену, э, закупочную цену одной единицы. Да, стоимость товара. То есть, в принципе, она плюс-минус схожа с тем, что есть в реальности на либобе. Да, Иногда она чуть больше, иногда она чуть меньше. Но в принципе для предварительного расчета мы можем ее взять. Если вы уже знаете свою точную цифру, вы уже там нашли поставщика, вы можете ее здесь указать легко, поменять просто. Да? Дальше. Ориентировочная стоимость доставки за одну единицу 12 долларов. На самом деле это очень высокая здесь. Наверное, товар достаточно объемный, я так понимаю. Эти бревна, наверное, объемные, потому что обычно эта цифра там, в три раза меньше. Вот. Но окей, будем ориентироваться. Опять же, это приблизительно. Если вы уже знаете сейчас на этом этапе размеры транспортировочных коробок, больших, да, там вес, размеры, то есть габариты, вы можете, в принципе, связаться с перевозчиками, и они вам сделают приблизительный расчет доставки на Amazon склад, да, то есть, и вы можете тоже здесь поменять цифры, окей? В принципе, 12.78 окей будет. Лично мне кажется, слишком завышенная цена. Дальше, комиссия. 10.85 это FBA комиссия за который зависит от этих размеров, да, то, что мы только что говорили, 10,85, это от размера и упаку, упаковки товара. Это комиссия вот, от размера, еще плюс вес. Да. Там есть категории размеров на Амазоне. То, что я вам говорил, small standard size, large standard size, small oversize, там, medium oversize и так далее, и так далее. Там, по-моему, 5, 5, разных размеров, и вы можете, в принципе, вот видите, этот large standard size, size tiers называется, да, это large standard size и, соответственно, 10.85. Если бы это был бы оверсайз, то тут, скорее всего, был не 10.85, а долларов 20. Вот. Поэтому, поэтому я и говорю, что выбирайте эти размеры. Дальше. здесь что мы видим? 10.50. Вот, 10.50. Тут стрелочка почему-то не подгрузилась. 10.50 – это referral fee, это 15% от цены продажи, от этой суммы. Да? Это referral fee. 15% от цены продажи. Если вы будете продавать за 100 долларов товар, вы будете платить 15 долларов. Да? За 50 долларов там, 7,5, да, ну и так далее. То есть 15%, в принципе, в 90% категорий это referral fee 15%. В некоторых категорий она чуть больше, в некоторых чуть меньше. Вы можете, в принципе, написать в Google referral fee Amazon, и вы видите там табличку, и видите, какой категории, какой referral fee, да. Но в основном это 15% у всех. Вот здесь там 15%. Дальше, storage fee. Это хранение одной единицы в месяц. Например, с января по сентябрь стоимость хранения 98 центов, а с октября по декабрь 2,71. Это storage fee, это хранение за одну единицу в месяц. Мы видим, что вот этот период дешевле, в Q4 сезон, где продажа вырастает в десятки раз, цена хранения вырастает также в три раза практически. Поэтому как бы тоже… И опять же, эта цена зависит от объема от упаковки. Будет большая упаковка, будет больше платить за хранение. Понятно, да? И после этого всего мы увидим маржу. Мы увидим а, нет в долларах, там 20 долларов с января по сентябрь, потому что тут другая стоимость хранения, да, и 19 долларов с октября по декабрь, с одной единицы проданной, да. Мы видим маржу Чистую 29% с января по сентябрь и 27% с октября по декабрь. Вот. И ROI, то есть возвратные инвестиции. Смотрите, друзья, что здесь важно. То есть понимать. Во-первых, как бы так показатели так себе. Скажу честно: вот. 29 окей, это там практически 30%, но что-то, мне кажется, здесь нужно посмотреть будет с перевозчиками по доставке. Возможно, доставка будет меньше. Вот. Но. С другой стороны, здесь еще не включена реклама. То есть реклама здесь не включена. То есть тут включены все расходы, все, кроме рекламы, да? на которые вы также нужно закладывать процентов 20 от цены продажи. Процентов 20, а то и больше в самом начале. Вот. Потому что в начале у вас будут большие растраты на рекламу. Это факт. У вас мало отзывов. Да? Вам нужно понять, что работает, что не работает. Поэтому вначале вы будете инвестировать очень много в рекламу. Пока не поймете, какие рекламные кампании вам а, прибыльные, какие неприбыльные, пока вы их не оптимизируете к, до нужных вам кондиций, это придет какое-то время. Да? Соответственно, а, здесь не нужно думать, что ой, все, я там 20 долларов с одной единицы буду зарабатывать, продам 1000 долларов, ой, 1000 единиц продам, все, заработаю много денег. Нет. То есть, да, здесь вот мы видим 20 долларов, но. Во-первых, это цифра ориентировочная, да, то есть когда вы будете точно знать закупочную цену, когда вы будете точно знать размеры, вы тут все введете, все точное, да, тогда вы уже будете реальные цифры видеть. Вот, это первое. Второе, плюс рекл... здесь нет расхода на рекламу, да, который нужно тоже бюджетировать. Как я говорю, процентов 20, а то и 25 нужно бюджетировать с цены продажи, минимум. Екатерина пишет: Мы нашли продукт на Амазоне, улучшили его и сразу же увидели, что наш производитель в Китае выставил его в новинки на Алибабе только с другим принтом, да уж. Кстати, рекомендую вам подписывать с поставщиком как NDA договор, типа как о неразглашении. Возможно, он вам поможет. То есть, если у вас какой-то есть уникальный продукт, который вот нету его, да, и вы боитесь. Потому что китайцы, они, конечно, они могут что угодно скопировать но лучше заранее обсудить, подписать договор. Как правило, они соблюдают свои договоренности. Вот. Потому что мне было такое часто, когда я нашел, находил какие-то интересные продукты на Амазоне, находил же их на Алипобе, писал этим поставщикам, говорю, мол, я хочу такой же продукт, может, чуть по-другому. Говорят, нет, нет, мы не имеем права разглашать никакой информации. То есть, да, вот об этом, то есть каких-то деталей, которые там просил о этом продукте, они не имели, не имели права мне сказать, потому что у нас подписан с ними договор. Поэтому обязательно, если у вас реально какая-то классная, если у вас там просто, просто простенькая идея, конечно, ну, как бы, честно говоря, нет смысла там, если какой-то карман добавили или цвет поменяли. Ладно уже. Но когда вы реально что-то конкретно там поменяли, улучшили, что-то прикольное, классное придумали, какое-то концептуально новое, да, идею у вас, то, конечно, лучше подписать, во-первых, договор о неразглашении, это 100%. А вообще лучше задуматься вообще, может, о патенте, я не знаю. Как бы здесь уже нужно вам посмотреть, что за продукт, да, при этом у меня украли фотографии с Amazon и продают на eBay под моим брендом. Покупаю у меня мой товар на Amazon магазине. У меня есть зарегистрированная торговая марка. Что делать в таких ситуациях? Странная, конечно, ситуация. Не знаю, Оксана, вам нужно, может, вам цену повысить на товар, чтобы им было невыгодно продавать на eBay. Но смотрите, у вас как бы, ну, можете, конечно, попробовать в eBay поддержку написать, что но они же не позиционируют, как, как ваш бренд, они просто продают. Правильно, они же не говорят, что я вот бренд, вот такой же бренд, как и у вас. Или они прям пишут на листинге, там на eBay, что вот такой-то бренд, мы такой-то бренд. То есть, если они используют вашу торговую марку без вашего ведома, то, в принципе, вы можете пожаловаться на них. Я думаю, что вы в eBay напишите и их там удалят. А что если Amazon скопировал ваш товар на, на Amazon? На, если скопировал ваш товар Amazon? Ну, бывает такое, кстати. Бывает то, что Amazon копирует. Ну, не знаю, друзья, тут здесь ничего не, не сделаешь. Если у вас нет патента, патента, то как бы вы ничего здесь не делаете. То есть если у вас есть патент на дизайн, например, или на функционал, или вообще полностью закрывать все вопросы, то никто не умеет вообще копировать ваш продукт. Если его нету, то, конечно, даже если у вас есть торговая марка, это ничего не даст. Amazon просто под своим брендом будет продавать, и все. Можно, стоит ли выбирать модный товар, например, как Hydrogen Bottle Water, или все же лучше выбрать что-то попроще. Спасибо за ответ. Попроще, рекомендую Екатерину что-то выбрать. Там вот так: вот смотрите, он вроде как классный продукт, да, он популярный сейчас, супер трендовый, сейчас его все ищут. Но пока вы запуститесь, их уже будет столько конкурентов, что вам просто будет сложно что-то сделать. Вот. Разве что у вас какая-то классная идея, как эту бутылочку сделать, прям какой-то нереально крутой дизайн, окей, да, есть шанс. А если у вас плюс-минус все так. Похоже, как и у других, то будет вам сложно. Пока вы запуститесь, уже этих конкурентов будет миллион. Такое зачастую на Амазоне часто бывает. <с relationship> <sharp> Эта кнопка доступна только для просчетов, или это просто разбор того, что видим в Helium? А смотрите, вы, вам в любом случае нужно зайти на продукт, да, на продукт нажать и э, этот калькулятор вот, uh, profitability калькулятор называется, да, вот в X-Ray. И дальше, в принципе, вы можете редактировать все эти данные. То есть это о, о этом продукте. Но если вы, похожий продукт продаете в этой же нише, да, то есть вы можете свою цену продажу указать, свои размеры, свой вес, свой, себестоимость, доставка. То есть вы это все можете редактировать. Да, поэтому, в принципе, он подходит и вам тоже. Окей, друзья, я еще отвечу на ваши вопросы обязательно. Если вдруг пропустил. Сергей, пользуюсь в основном Helium калькулятором. Ну, Amazon тоже раньше пользовался, но мне что-то больше нравится Helium. Как-то там больше, больше, функционала. Ну и Amazon тоже пользуюсь, конечно. Тоже рекомендую Amazon калькулятор. Следующий. Как улучшить кастомизировать товар? Друзья, то есть как бы единственный метод это анализировать отзывы. То есть мы заходим в отзывы конкурентов, наши, Нашей продукции, да, которую мы хотим там, такую же или похожую продавать, там, доработать. И мы хотим понять, как его можно доработать. То есть мы должны сначала понять, какие боли, что, что не так с этими товарами, да, что люди пишут. То есть, здесь есть фильтрация по отзывам: один стар, ту стар, три стар. То есть, как правило, плохие отзывы выбираем и читаем, что не так. Вот здесь, например, вот, э, как бы. Amazon делает такой summary, да, такой топовые повторяющиеся, ай, generate, кстати, топовые повторяющиеся запросы там, да, в плохом плане это color, quantity, burns, smell. То есть сразу можно понять, что плохо пахнет, там плохо горит, там или что он должен гореть. Плохого качества, или там цвет не соответствует, наверное, то, что на фотографиях. Это такое вкратце, да, но я анализирую, я рекомендую на, на, нажать на 1, на 2, на 3 и почитать. И сделать не с одним э, конкурентом, а сделать, там, с 5-10 конкурентами разными, чтобы вы, вы сами увидите на самом деле, пов, что у каждого конкурента плюс-минус одно и то же повторяется. То есть вы какие-то моменты выпишите для себя, да, сделайте какую-то презентацию, это все файлик, все организуем. Так, прием, 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 прием. Прием, прием. Слышно? Так, друзья, слышно меня или нет? Ай, блин, сейчас, секунду. Должно быть, слышно. Все, звук есть, все супер. Да, случайно задел кабель рукой. Прошу прощения. А то я думаю, что так много резко комментариев появилось. Окей, okay, спасибо большое, что сказали. Так, смотрите, давайте вернусь заново. То есть мы анализируем отзывы, да, плохие отзывы, и мы видим, что повторяются плохие отзывы постоянно. То есть берете какой-то файлик Excel, там, да, анализируете там 5-10 своих конкурентов, смотрите плохие отзывы, выписываете, что у них не так, что люди жалуются. Дальше это прорабатывайте уже с вашим поставщиком. Вы сами увидите, что плюс-минус отзывы похожие. Там у того плохой запах, у того плохой запах, например, как здесь, smell, да, Поэтому э, обязательно смотрим, э, анализируем. Это такой метод по старинке, но есть еще метод, как это можно сделать быстрее, если вы работали с чатом GPT, например, да. У меня здесь нет э, скриншота, но я вам расскажу, как я делаю, тоже один из методов. Заходите вот в Helium 10 X-Ray, да, в расширение. Нажимаем, э, там у вас будет пункт Review Insider, то есть вы с помощью Helium сможете скачать все эти отзывы. Там 2 единицы, 3, прям в Excel-файл. Скачиваете, да, там фильтруете их как нужно, потом этот файлик загружаете э, в чат э, GPT и просите чат GPT выделить вам там топ-10 проблем этого продукта или там топ-10 преимуществ, плюс-минус, то есть, чтобы он такой summary сделал. И он вам распишет, так, проанализируйте отзывы, я вижу, что там проблема первая, вот такая повторяющаяся, вторая такая, третья такая, четвертая такая. То есть это можно сделать чат GPT, можете сделать вручную. То есть я вам показываю пока простой метод без чата GPT, да, просто отфильтровать, прочитать, выписать себе куда-то файл и уже проработать это с поставщиком, чтобы он это доработал, улучшил. Вот. Так. Все, сл слышно, да, все нормально. Кто то кто-то опять написал, звук пропал. Вот. Или же, если вы работаете с знаете, как работать с чатом GPT, то просто рекомендую с помощью Helium выгрузить все эти отзывы в файлик, загрузить чат GPT, и он вам там все подсуммирует и напишет summary по каждому отзыву. Я на самом деле это планировал показать в реалити-шоу. Я когда вот записываю сейчас, вы знаете, да, там в следующих выпусках, как я вот анализирую там продукты, да, и анализирую отзывы, как это делать с помощью чата BGPT. То есть это намного быстрее, чем вот так. Но так тоже можно. Так тоже можно. Михаил спрашивает, Андрей, а если в нише оборот в месяц 3,5 миллиона долларов и при этом листинги Amazon забирает, Amazon листинги забирает 2 миллиона, но при этом листингов Amazon, Amazon много, прибыль распределена, есть ли смысл заходить в такую нишу? Не, ну если Amazon забирает 2 миллиона с 3,5, не знаю, мне кажется, будет вам сложно, Михаил, там. Ну, конечно, возможно, вы эксперт этого продукта, возможно, я же не знаю, вот, и вы видите, что ваш продукт там прям другой, точно там зайдет, вы, ну, знаете, что он лучше там и так далее, возможно, вы можете попробовать. Но будет сложно, если у Амазона 2 миллиона, а всего 3,5, то так себе вариант, то есть большую половину Амазон себе забирает. И, скорее всего, если вы зайдете в эту нишу, там Амазон будет везде в топе, да, если это так, то будет сложно вам. Если Amazon где-то был бы там в конце, то окей. Но если он, скорее всего он будет в топе с такими оборотами. Окей. По отзывам. Понятно, да? По отзывам. Понятно. Движемся дальше. Поиск поставщика. Да, друзья. Вот улучшить кастомизировать. Вот я еще раз хочу напомнить. Еще раз поставить такой акцент, что это must have. Вот обязательно. Пожалуйста, потому что вижу очень много продуктов, у кого некоторых не продаются, продукты идентичные и как бы потом не получается да, выходить, выходить на те результаты, которые планировали. Потому что сложно будет, сложно конкурировать по цене и так далее. Тем более, у вас еще фотографии не такие хорошие, как у ваших конкурентов, или даже такие же, все равно будет сложно. Окей, друзья, поиск поставщика в Китае. На самом деле, я бы на вашем месте сейчас, мы сейчас рассмотрим Alibaba, да, основные моменты, но я бы на вашем месте рассматривал не только а, Alibaba, а в целом бы рассматривал. У меня есть видео в YouTube, где я там показываю, какие есть варианты, кроме Alibaba, да, там еще куча разных методов. Вот. Других сайтов имеется в виду там и, и Global Sources, и Made in China, и ThomasNet в США, и другие сайты в Корее, э, где-то там еще в Таиланде, Тайване и так далее, и в Индии и тому подобное. То есть рассматривал бы все варианты. То есть не фокусировался только на Alibaba. Да, мы рассмотрим сегодня Alibaba, да, Потому что в основном все, там самый большой выбор, это факт. Она очень все классно организована, и оплату можно сделать, и все поставщики верифицированы, можно не переживать и так далее. Но все равно рекомендую не только за... зацикливаться с Alibaba. Что, звук пропал или что? Или не пропал? Есть звук. Так, друзья, если пропал... Все нормально, все. есть звук, все. Так, не пугайте меня. А то я тут случайно, может, опять заделал. Окей, okay, Алибаба. Обязательно ставим фильтра. Trade assurance, ставим фильтра, verified suppliers. То есть trade assurance это означает, что поставщики работают через систему оплаты Алибабы. Да, вот Алибабе система оплаты, называется trade assurance. Все, это вы застрахованы будете, если вы будете оплачивать через Алибабу. Есть такие поставщики, поверьте мне, есть. И даже те, которые давно уже там много лет на рынке, они могут просить, переведите нам на личный счет, пожалуйста, на китайский. Вот. То есть будьте внимательны, друзья, будьте внимательны, говорите «нет», я вас не знаю, Меня по правилам моей компании, говорите вот так, по правилам моей компании мы делаем оплаты только через Alibaba Trade Assurance. Да, у меня небольшая задержка, там буквально может 30 секунд, да, наверное, меньше, друзья. Тут просто в Ютубе такая штука, почему-то она нельзя там буквально несколько секунд задержка есть у нас. Поэтому я ваши комментарии вижу чуть с опозданием. Вот. Окей, следующий. Ставим фильтр Verify Supply. То, что этот, э, эти все фильтра, я вам сейчас покажу, да, они ставятся вот, э, на, когда вы заходите на Alibaba, там слева вы можете все указать. Verify Supply ставим, то, что поставщик верифицирован Alibaba также ищем производителя мы сейчас еще покажем а не трейдинг компании то есть есть производители есть трейдинг компании а есть и производители и трейдинг компании все в одном есть и отдельно вот. Конечно, лучше всего работать с производителями, но иногда и трейдинг компании тоже неплохо, на самом деле. Тоже неплохо. Хоть я и рекомендую с производителями напрямую работать, а не с посредниками. Но иногда посредники даже дают лучшую цену, чем некоторые производители, по моему опыту, и ведут себя очень профессионально. То есть они сфокусированы, у них очень большой там, команда. Продажников сидит, да, они там сфокусированы, там, не знаю, каждое ваше пожелание, все, все делают, все моментально отвечает. Иногда такого от производителя не, не услышите. Вот. Но в любом случае лучше, конечно, работать напрямую с производителем. Читаем отзывы о производителе, обращаем внимание на его рейтинг, да, там рекомендую 4-4 и выше. Очень часто, друзья, я смотрю, не то что часто, я постоянно смотрю отзывы э, поставщиков. Потому что я сам их пишу, да, вот, и реально очень много информации, некоторые смотрю, там, отзывы, плохие какие-то отзывы, да, там, потому что там могут оставлять отзывы только реальные покупатели, которые уже сделали, ну, провели сделку на Alibaba, оплатили, да, как и на Амазоне, по сути, вот, соответственно, вот очень много информации вы увидите в отзывах. Да, есть, э, спрашивают, опции Verify, Trade Assurance, есть ли на других поисковых ресурсах, кроме Alibaba, в основном есть. Например, Global Sources сайт есть, Made in China тоже есть. То есть в многих сайтах есть, которые вот так работают, B2B, скажем так. Поэтому в основном есть. Понятно, что больше всего, э, как бы, Global Sources сайт, который там, как по мне, это второй после Alibaba, там тоже очень, там еще более серьезные поставщики, чем на Alibaba. На Alibaba еще попадаются несерьезные там или какие-то поставщики, которые пытаются обмануть. Тут бывают такие на Alibaba. То на Global Sources там их меньше, но там они более качественные. Там они большие все, много лет им и так далее. 16.88 есть ли смысл работать? Евгений, если у вас есть свой человек в Китае, который это все может контролировать, да, есть смысл. Но вы должны понимать, что нас 88 это на внутренний рынок. То есть нужно узнавать по сертификатам. Если у вас нужны какие-то сертификаты, значит, вам нужно будет еще отдельно это делать. Если вы это покупаете на Alibaba, как правило, у них это уже все есть, понимаете? Потому что Alibaba это на экспорт. То есть они работают в основном это с США, с Amazon продавцами, такие как мы с вами. Поэтому, конечно, с Alibaba проще в этом плане. Но если у вас нет сертификата, если вы там договорились о кастомизации, о упаковке, о стрих-кодах, это все сложнее 1688. Опять же, если у вас есть человек, который это может сделать, окей, okay, класс. То вы тоже можете, конечно, работать. 1688, там тоже очень много моделей, которых нет на Alibaba. Вот Я тоже часто туда захожу и смотрю. Иван… Uh... должно быть все нормально. Uh, Иван uh, спрашивает, вы сами создаете листинг или заказываете? Иван заказываю. Фото заказываю, описание тоже заказываю. Вот. Так, вот мы указали Trade Assurance Verified Supplier, да? То, что я говорил, фильтра. И дальше, когда вы заходите на сам листинг, вот, например, нашли какой-то продукт, зашли туда, обращайте внимание, оно бывает справа или сверху над товаром по-разному пишется вот или это мануфактурер, или это трейдинг компани. Это то, что я тоже говорил ранее. Да, или мануфактурер, или трейдинг компани. Вот, поэтому обращайте внимание. Ну, опять же, друзья, даже если это трейдинг компани, я говорю, иногда они дают лучше цены, чем у меня были такие случаи, когда я работал тоже с трейдинг компани. Вот, но прямо они мне давали цены лучше, чем у мануфактурера. Прям лучше. Там, и мне больше было комфортно с ними работать. Они уже там много лет в одной нише работают. Знают очень многих поставщиков, которых там нету на Либобе даже. Да, соответственно, видимо, из-за этого отдавали лучшую цену. Листинги заказывайте на Fiverr. Описание. На Fiverr вы выбирайте только локацию при, э, США, чтобы селлер был США. И э, чтобы это был носитель языка. И заказывайте листинги у них. Там 75 долларов 70, и нормально. И вам делают классный листинг. Вот, дальше. Заходим на сам магазин, друзья. И здесь есть рейтинг продавца. Видите, здесь от 4 к 4, то, что я говорил, и выше. И здесь есть 13 ревью, опускайтесь ниже, и читайте эти отзывы, друзья. Читайте эти отзывы очень много интересного вы найдете. Если вы видите, что нет отзыва, тоже я бы на вашем месте обратил внимание, насколько этот поставщик надежный. Потому что если они, они там указывают 7 лет или там 10 лет на рынке, как они любят писать, там по 15 лет, по 30 и так далее. если нет отзыва, то это очень странно. Да? Поэтому, как правило, должны быть отзывы. Поэтому обязательно читайте отзывы, это очень важно. Поверьте мне, когда начнете читать, сразу отсеется много продавцов, да, поставщиков. Вот. Также обращайте внимание main products. Тут часто пишется main products, в, каких, в каком направлении они специализируются. Если видите, что они продают там и для ванной, и для, и, для собак, там, да, и для детей, то есть у них там вообще просто разнобой, совершенно все есть, с такими работать не рекомендую. То есть хочется работать с тем, кто работает в одном направлении, да, специалистом. Например, занимается, не знаю, там, бэйби, да, все, у них чисто бэйби-тематика. Все, вы, вы зашли, вы понимаете, что это поставщик э, сфокусирован на одной линии, какой-то одной нише, одной какой-то категории. Да? Как здесь, видите? Тут все pets, 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 pets. Все для, для животных. Все. Даже название у них такое. Cool dog. Все. Все для животных. И это хорошо. Так. Доставка осуществляется в белую или это серая схема? В белую, в белую, Алексей. Дмитрий, по поводу инвойса. Смотрите, Дмитрий спрашивал, для Amazon Brand Registry где взять инвойс? Просите поставщика или можно скачать из последнего заказа с Alibaba? Что именно требует Amazon? Смотрите, Amazon требует инвойс и договор. Договор я сейчас вам покажу. Да. Инвойс попросите у поставщика. Можно там скачать с Alibaba, инвойс, но почему-то он не проходит на бренд регистре Вот. У меня был опыт, что мы пару раз загружали, и он не проходил. А потом загрузили обычный инвойс, который скинул поставщик там, в Excel-файле, написано он, там, моя компания, там, наименование товара, себе, там, стоимость, итоговая цена, там, доставка и все, в принципе, там, даже без печати, и он прошел. Обычный в Excel-файле. Поэтому я рекомендую попросить поставщику, ему несложно это сделать. Они или вам сами сделают, или если они не сделали, то просто попросите, они вам сделают там за час. Вот, поэтому вот так вот. Так, друзья, как общаться и торговаться с поставщиками? То есть как общаться и торговаться с поставщиками? Так, сейчас я вам скину бонусик один в чат. Бонусик в чат скину, друзья. И объясню, что это за бонусик. Вот, скачайте там один файлик. Там word, вордовский файл. Там просто заготовки такие, да. Первое сообщение контакта с поставщиками. То есть важно, чтобы мы позиционировали себя как опытный Amazon продавец. То есть это не я, Василенко, Андрей, ой, сколько стоит, да. Нет, там, или там hi, how much. Не, мы так не пишем, да. То есть старайтесь грамотно, правильно сделать первое сообщение, которое есть в файлике, там есть несколько. Там просто подставите свое имя или имя компании, посмотрите, да. Вот. Поэтому это очень важно, как вы себя позиционируете. То есть, когда вы общаетесь с ними, вы о чем-то спорите, вы говорите, там не я, там our company, там we have a rules, да, там we have a policy, бла-бла-бла-бла-бла. То есть, вы постоянно вот обобщаете, да, то, что у вас серьезная компания, что вы там, как бы, да, возможно, вы какой-то даже менеджер компании, да, в этой Потому что очень важно себя показать, чтобы они как бы были, за, были заинтересованы, в, как бы в нас, да. То есть, что мы серьезные, и так далее, и так далее. Поэтому важно, вот первое сообщение, тоже грамотно все составить. Если вы спросите, что такое DDP, DDU, что такое FO, FOB или Xworks, да, вот четвертый пункт, то вы должны знать все термины. Это тоже будет странно. То есть, с одной стороны, вы рассказываете, что вы там продавец, и так далее, а с другой стороны, вы не знаете, что такое MOQ, да, то есть, или FOB. Поэтому. Здесь тоже, как бы нужно заранее, если даже он вам пишет что-то, если вы не знаете, хотя бы прогуглите, посмотрите, что это означает, окей. Вот. И да, то, что я говорил, говорите от имени компании, наша компания, у нас такие правила, и так далее. То есть, такие, в принципе, такие важные моменты, да. Окей, давайте двигаться дальше. Дальше, как можно э, поторговаться с поставщиками, потому что я всегда проверяю цены на 1688, всегда. То есть то, что мне дают, например, я нашел какой-то продукт на Alibaba, да, который заинтересован, я там списался с поставщиком, он мне дал какую-то цену, да. Я пытаюсь, конечно, поторговаться с ним, обязательно торгуйтесь, если вы не торгуетесь, опять же, это говорит о том, что вы новичок. Даже если он вам дал, как на ваше мнение, классную цену, вы такие, вау, классная цена, у меня хорошая маржинальность получается, все равно торгуйтесь, все равно хотя бы там доллар, два, напишите, да, если вы потом, что вы сделаете? Зайдите на 1688. Здесь можно загрузить фотографии вашего товара через поиск. Да? И дальше вы видите выдачу. То есть видите, вот 1688, вот Алибаба. Плюс-минус идентичный продукт. Да? Если здесь стоит в долларах 4,11, да, то здесь делать 5,19. То есть это в доллар разницы. И при этом это что это цена товара дешевая. Если бы товар стоил, например, какой-то 10 долларов, там могла быть, быть или 2, или 3 доллара разницы. Понимаете, да? То есть это доллары на самом деле как бы важны. То есть учитывая, что и так цена товара маленькая, да, и доллар это как бы немало. Поэтому что вы можете сделать? Вы можете зайти на 1688, загрузить фотографию товара своего, посмотреть, какая цена, сравнить с той ценой, которую вам дал поставщик, вот. И тогда ему даже сделать скриншот, сказать, вот, смотри, я нашел друг, на, на 16.88, там на 2 доллара дешевле. Например, да? То есть это один из таких аргументов, как вы можете поторговаться с ним. Иногда они идут вам навстречу, иногда они говорят, нет, все равно мы не можем, потому что мы там вам делаем, не знаю, там кастомизированную упаковку, там делаем вам insert cards, карточку внутри, да, там это тоже там стоит какие-то цены, поэтому мы не можем снизить. Но иногда они могут снизить. Но в любом случае торгуйтесь, друзья, всегда торгуйтесь. Как вы переписываетесь с производителями через WeChat или через email? В последнее время через WhatsApp. До этого с WeChat, но ну, мне сейчас WeChat заблокировали, вот, поэтому сейчас через WhatsApp. Но если у вас есть WeChat, то это классно, друзья. Общайтесь, общайтесь с ними через WeChat. Можно ли писать поставщику до того, как у тебя зарегистрирована компания? Если да, то как говорить, какую ты компанию представляешь, если компании нет? Да просто пишите в письме и все. Вот у вас там вот то, что я скинул файлик, там в конце есть такое, там компания, там такая-то LLC, ну напишите что-нибудь, да и все. Нужно не будет там заходить э, в, как бы в штат там или куда и проверять, есть ли такая компания или нет. Они таким заниматься не будут. Вот, поэтому просто напишите и все. Потом уже зарегистрируйте, ничего страшного. Окей. Okay. Теперь заказ сэмплов образцов, друзья, тоже важные моменты. Хочу проговорить. То есть сэмплы – это образцы товара, которые заказывать нужно всегда, всегда, друзья. И заказывать лучше в нескольких поставщиков. То есть, и смотрите, сэмплы могут… Первый пункт. Стоимость сэмпла может быть в несколько раз выше, чем стоимость товара при заказе большой партии. Например, если товар при заказе 500, 500 штук стоит 10 долларов, то сэмпл могут из-за 40 долларов, из-за 50 вам продать. И это нормальная практика. Нормальная. Да, вы можете поторговаться с ним, вот, но, как правило, сэмплы всегда дороже, потому что вы заказываете одну единичку. Вот. Рекомендую заказать сэмплы у трех разных поставщиков. Обязательно это сделайте, минимум у трех, чтобы вы могли сравнить качество. Мне очень часто ребята, ученики, кто обучается, заказывали у разных и говорят, Андрей, там вообще вот, вот этих двух вообще ужасное качество, а вот этого классное. Вот если бы мы не заказали, если бы я не заказала у трех там, или четырех, я бы не знала, что вот это у меня топовое качество. Да? Поэтому лучше заказать у нескольких. Возможно, там с трех или с четырех вы два будет классных, и у вас будет второй поставщик запасной какой-то. Да? Поэтому обязательно закажите у разных поставщиков. Тестим сэмпла какое-то время, тогда принимаем решение по поставщику. Да? Протестите, не спешите. Там, недельку, две, если какой-то там товар, поиспользуйте его, чтобы понять, насколько он качественный нет. Иногда вы через неделю видите, что товар уже порвался там, или уже сломался и так далее. Четвертое. Заказывайте сэмплы уже с логотипом и всеми улучшениями. Это не всегда Они согласны на это, не всегда. В зависимости от товара. То есть есть товары, которые они не готовы кастомизировать одну штучку. Да? Есть товары, которые они не могут сделать. Вот. Я там сумки кое-какие заказывал. Мне там, договорился с ними там, приклеить логотип, да, там без проблем сделали, чтобы я мог посмотреть, как логотип да, вживую выглядит. Вот. Но на какие-то другие продукты они не согласны. То есть, сейчас, вот я там. Продукты еще некоторые, да, там некоторые поставщики согласны э, кастомизировать, да, при этом там цена товара тоже дешевая. То есть тут, тут уже в зависимости от товара, друзья. Но в любом случае нужно спросить у них. Оплачивание за сэндл тоже через Alibaba, никаких прямых переводов. В целом забудьте про прямые переводы поставщикам на их счет. Уже были много случаев, когда переводили, и потом что-то было с товаром не так, при инспекции было что-то не так, и потом было что-то сложно доказать. И шестое, договориться с поставщиком, чтобы стоимость сэмплов была вычтена из общей стоимости партии. Можно так договориться, особенно если сэмпл дорогой, он вам там не соглашается там, меньше 100 долларов, там 70 долларов отдать. Говорите, хорошо, я возьму сэмпл за 70 долларов, но давайте договоримся, если я вас закажу всю партию, то вы эти 70, 70 долларов вычтите с общей стоимости. Как правило, они идут навстречу. Вот. Поэтому вы будете теперь знать, и вы можете это спросить. Сэмп, сэмплы э, просить отправить э, обычной почтой. Да, Александр, смотрите, по сэмплам, как правило, DHL, FedEx, возможно, у вас какой-то есть. Э, возможно, у вас какой-то есть. Как бы, да, Ваш перевозчик. Вот. Но, как правило, да, одной. В идеале, в идеале, чтобы сэкономить немножко на э, доставке, потому что доставка будет не дешевая, тот же FedEx или DHL, да, там минимум 50 долларов точно обойдется вам. Там, вот. Я вам рекомендую, если у вас есть какая-то компания, которая это может консолидировать в один груз, то есть, например, вы заказали там 5 образцов разных поставщиков, кому-то отправили, кто-то их запаковал и одной посылочкой вам отправил. Это в идеале, вы там сэкономите долларов 100-200 точно. Вот. Ну, если такой нет возможности, то уже по отдельности отправляйте. Так, договор с поставщиком, который вам необходим также для бренд то, что я вам вчера говорил. Где его найти? Он есть на Alibaba, он есть уже стандартный. Даже, ну, не то чтобы его где найти, его нужно также проверить перед тем, как вы оплатите. Очень важно. Да, мы сейчас поговорим. Вы заходите, заходите в orders, да, вот меню слева, ордера. Например, вот вам выставил ордер, э, вот какой-то мне там выставил на 93 доллара, да. Я нажал сюда с правой стороны напротив ордера не make payment, а view more. View More, то есть больше деталей о э, заказе. Нажимаем View More, да, вот Orders, All Orders, View More. И дальше вот такая загрузится информация о вас, о поставщике. И здесь вот справа будет View Contract. View Contract. Нажимаете на него. View Contract. Обязательно. То есть перед тем, как оплатить, проверьте. На сэмплы можно не обращать внимания, ничего страшного. А вот основную партию, конечно, надо проверить. И дальше у вас открывается контракт. трейда Assurance -um Purchase контракт. Слева будут основные какие-то менюшки. Вот. И здесь вам нужно будет проверить. Что нужно проверить? Проверить нужно следующее. Вкладку. Ну, это обязательно. Конечно, лучше просмотреть все. Но основное нужно просмотреть продукт. Пункт 2. Да. Здесь мы прописываем всю спецификацию товара и при необходимости прикладываем файл. Вот я недавно заказывал продукты у поставщиков оплачивал, они мне, я всегда с ними договариваюсь, они мне PDF-файлик туда вкладывают, чтобы не прописывать это все. У нас есть это все в PDF-файлике, там в виде презентации с картиночками. Они в эту вкладочку второй загружают туда PDF-файлик, прикрепляют, и в принципе там вся есть спецификация продукте, да, Там какая-то кастомизация, как он должен выглядеть, фотографии реальные. Это нужно, это нужно, друзья, поверьте мне. Если у вас какие-то будут в будущем нюансы, не знаю, вот вы договорились на одну спецификацию, а сделал поставщик по-другому. При инспекции это, да, вы обратили на это внимание, нашли, что что-то не так. То есть вы можете ссылаться на этот договор и на этот файл, что должно быть так в договоре указано, вот таким образом, а сейчас не так. Тогда Trade Assurance, если вы потребуете вернуть деньги, скорее всего, вам вернут деньги за этот товар. Ну или вы там что-то договоритесь с поставщиком. Если это прописано не будет, то там уже 50-50, как говорится. А если вообще будете напрямую платить, то вообще забудьте. Вот. Поэтому Поэтому обязательно проверяйте. Пункт 3. Delivery terms. Также указываем адрес доставки, адрес, условия доставки и адрес доставки. Если это X-Works, поставщик произвел товар, оставил у себя на складе, значит, там X-Works указано. Если там, там FOB, то есть FOB, он должен доставить куда-то там на склад вашему перевозчику в Китае, то же самое должно быть указано, и куда доставить. Вот. Также там должно быть указано, не помню, по-моему, в трейд Термис или продукт должно быть указано обязательно время производства. То есть если его нету, попросите, чтобы добавили. Чтобы сути добавил, что когда он обещает сделать товар. То есть он обещает нам взять в течение месяца. То есть до, до какой-то даты, какой-то дедлайн укажите, пускай обязательно укажут. И пункт третий, payment terms. То есть мы здесь указываем условия оплаты. То есть вы платите 30% до производства и 70% после инспекции. После инспекции только. Только когда вы убедитесь, что с товаром все в порядке. Вот такие условия. Иногда кто-то договаривается 10 на 90. То есть тут уже, как, как вы договоритесь, в основном они идут всегда навстречу 30 на 70. Всегда. Вот, вот. Поэтому такие стандартные условия. Но они тоже обязательны. То есть не нужно платить 100% за товар сразу. Понимаете, да? То есть 30% оплатили, 3 недели прошло. Например, производство 3 недели. Сделали инспекцию, проверили, что все хорошо, продукт качественный, упаковка хорошая, все нормально, как договаривались. Все, оплатили 70% остальные. Окей? Okay. Вот эти три пункта очень важны, друзья, очень важны. Откуда брать договор, если поставщик не соли бобы, самому делать? Да, Сергей, самому делать, или попросить их сделать договор, или просто можете в чат GPT зайти и попросить вам стандартный, ну, какой-то договор между вами и, и поставщиком. Вот. В принципе, пропишите такие основные пункты, ну и в принципе нормально. То есть этот договор, который вы скачаете, да, вот вы его скачаете, он подходит для для бренд э, регистры то что я вчера объяснял. Помните, там нужен будет договор. Вот он подходит. Главное, чтобы здесь указал указалась та компания, то есть владелец торговой марки. Вот. Инспекция, как правило, занимается э, занимается ребят, кто занимается доставкой. Вот, как правило, у них есть человек, который занимается инспекцией. Инспекция стоит, вот, сейчас проговорю, да, стоимость инспекции это 200-250 долларов. Заказываем услугу инспекцию компании-перевозчика. Как правило, они делают. Вот. Также Алибаба тоже предлагает инспекцию свою, там, по-моему, у них что-то дешевле. Но, честно говоря, я ни разу не пользовался инспекцией Алибабы. То есть, это китайцы, так понимаю, сами делают. То есть, а это, как правило, русскоязычные ребята, с которыми вы на WhatsApp и на телефоне попросили их фотографии, попросили их видео, попросили, что нужно проверить, они вам все проверили, сделали фото, видео, отчет, вы убедились, что все в порядке и все нормально, понимаете, да? Вот. Опять повторюсь, что оплачиваем только через Alibaba Trade Assurance, никакого прямого перевода и PayPal, потому что, поверьте мне, очень много скама на Alibaba, очень много. Поэтому никаких PayPal. Сначала оплачиваем 30%, и только после инспекции оплачиваем 70%, ну и инспекцию обязательно. Не экономим 250 долларов, друзья, не экономим. Потому что уже были случаи, когда экономили ребята, и потом приехало не то, что надо, и что потом делать с этим товаром, если он бракованный. Что вы, выложили вложили классную фотосессию, сделали, потратили кучу времени на поставщиков, потратили кучу денег и не сделали за 250 долларов инспекцию? Ну, это странно. И то, даже если у вас первая инспекция была все в порядке, делайте и второй, и третий, и четвертый делаете, потому что иногда может быть один, вы, например, образец заказали, образец классный, все классно, но при партии, при, при изготовлении всей партии там может быть какой-то брак. Или первая партия, все в порядке, сделали инспекцию, а вторая, выявился какой-то брак. Понимаете, такое часто бывает. Поэтому обязательно делаем инспекцию. Теперь. Можешь порекомендовать перевозчика русскоязычного. Ну, я работаю с компанией «Ардиэкспресс». Express. Ard -Express. Вот так напишу вам сейчас в чате. Сейчас напишу в чате, друзья. Вот так. Они, по-моему, доставка занимаются, инспекцией сделают, так что можете с ними сконтактировать. Вот. А как же Trade Assurance? Ну, да, Trade Assurance, но ну, если вы не делали инспекцию, понимаете, товар приехал, вы только и получили плохие отзывы от клиентов, которые вернули этот товар, то есть вы же не знаете, он бракован или нет. Вот если когда вы делаете инспекцию, то вы понимаете, что он бракованный, тогда вы не отправляете его, пока его не пофиксят или новую партию не сделают. А если вы не делали э, инспекцию, товар приехал сразу на Amazon, то все, ваш листинг, плохие отзывы пошли, возвраты пошли. Это все хана Amazon бизнесу. Так, друзья, важный сейчас тоже пункт. Как не платить Alibaba Sales Tax? Это важно. Возможно, вы не знали, сейчас я вам расскажу. Там не так сложно, как кажется. Вот. Смотрите, когда вы оформляете заказ, то там добавляется такс в размере 10%. Вот, например, заказ 4, 470 и 470 долларов такс. Вот представьте, это всего лишь с 4000 долларов я плачу практически 500 долларов такса. Вот. Будет цифра больше, будет больше, понятно, такс. Этот такс вы не должны платить, потому что мы не конечный потребитель, мы перепродаем, то есть мы реселлеры. Да? То есть мы э, купили товар и продали на Амазоне. Вот. Поэтому как это избежать? Вот, самый правильный метод, там есть в принципе несколько методов, но самый правильный – это сделать tax exemption. Uh, exemption, тут немножко ошибка. Окей, okay, вы заходите в настройки своего аккаунта, а, либо и ищете пунктик Tax Information. Нажимаете на него, и у вас открывается вот такое окошко. Да? Здесь у вас написано US Sales Tax Exemption. И вам необходимо, то есть US США, да, и нам необходимо нажать Add or Modify. Нажимаем на эту кнопочку. То есть вы не будете платить 10%, друзья. Понимаете, да? А сумма не маленькая. Поэтому это очень важно. Нажимаете сюда, потому что если вы это не сделаете, к концу заказа у вас будет плюс 10% браться либо бой. Нажали сюда, потом открывается следующее окошко, второй да, пунктик. Нажимаем здесь Start My Application, нажали Start My Application, открывается, дальше у вас есть три пунктика. Business Information, Tax Information и ваша электронная подпись. И здесь что вам необходимо указать? Вам необходимо указать данные компании. То есть, например, если у вас компания в штате Вайоминг, как я вчера вам рассказывал, Выбираем штат Вайоминг и дальше тут будет большой список. В этом списке выбираем uh, exemption type, тип этого exemption, -а, resale. Да, то есть мы занимаемся перепродажей. То есть мы купили, и продали. То есть мы не пользуемся, мы не конечный потребитель, поэтому мы не должны платить этот такс. Указываем resale. Дальше открывается такое окошко. Здесь нам необходимо указать а данные, вот это второй пунктик уже будет, да, tax information, нам нужно указать данные а, компании, например, у меня компания Pink Flower LLC в Вайонинге, я написал Pink Flower LLC, дальше organization industry, здесь я указываю, что я планирую продавать, в каких там категориях, ну там или нишах, вы можете здесь побольше указать всего, чтобы более обширно быть, да, например, baby products, pets products, хотите добавьте что-то еще там, я не знаю, на будущее. Тут есть 120 символов. В принципе, можете больше указать. Дальше указываем адрес компании. Адрес компании. А, указываем город. Указываем штат, в котором, ну, zip-код и так далее. То есть указываем и авторизация signature name. Здесь указываем, например, имя, фамилию владельца компании. Да? Вот, заполнили все эти данные на компанию, да, то есть organization. Помню, что здесь это только на компанию. На компанию. И дальше у вас открывается еще вот такие три, ну не три, там он один, он просто очень длинный, поэтому я вот показал в виде трех. Такой, э, что здесь нужно заполнить? Первый первый пункт: provide additional information required to generate the exemption form. Здесь опять же выбираем э, resale, то есть это exemption тип. Еще раз выбираем и resale, да, ищем опускаемся ниже 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 крутим дальше select a type of businesses which you perform from the given options то есть чем вы занимаетесь у нас retail trade то есть мы занимаемся продажами да retail trade такой общий да занимаемся продажами и еще опускаетесь чуть ниже крутите вниз колесика и дальше вам нужно указать do you have a Wyoming registration number да здесь ставим нет Дальше нам необходимо указать, что Federal Identification Number – это EIN, EIN компании, налоговый номер, о котором мы вчера тоже говорили. И дальше появляется вот такое окошко снизу, и оно нужно указать этот EIN номер. Вот здесь указать EIN номер, который вы получите на свою компанию в Вайоминге. То есть эти все данные вы заполняете, потом нажимаете Next, и в следующем пункте вам просто нужно будет расписаться мышкой, там расписаться вот на Alibaba и нажимать там ОК. OK. Все, буквально там 10 секунд, этот экземпшн принят либо бой и в принципе вы не будете платить эти 10 процентов которые автоматически либо бой добавляется к заказу потому что вы указали что вы являетесь ресел то есть вы занимаетесь перепродажами да вы не занимаетесь вы не пользователь этого продукта вы не для себя покупаете вы покупаете для того чтобы перепродать его вот и вы не должны платить этот налог это такой правильный метод можно сделать неправильный метод Просто сказать поставщику, чтобы адрес не США указывал, а какой-нибудь китайский адрес указал при составлении заказа, тогда он не, тоже не будет добавляться. Вот так вот. То есть, в принципе, тоже как вариант. Но лучше заполнить вот так и не париться. Если у вас есть компания, заполните и спокойно там, заказывайте в будущем. И вы не будете платить этот такс. Ну, если у вас нет компании, то, скорее всего, вам нужно будет тогда просить поставщиков, пускай они лучше укажут там адрес не, Кита не, не США доставки, а какой-нибудь китайский в заказе, и тогда этот такс не, не будет добавляться при чекауте, при оплате. Если не компания, а лицо. Ну вот я рассказал, если не компания, как лицо, просто просите китайцев, чтобы указали китайский адрес и все. Если компания не в Америке, действительно такс exemption. Да, Валерия, там тоже, по-моему, есть. Вот видите, в самом начале тут есть для, для EU, non-EU, UK, то есть других стран. Вот здесь отдельно Канада, вот отдельно, видите. А это для США, я чисто показал вам. Какое водительское удостоверение? Я не совсем понял. Где вы тут видите? Но если нету компании, же говорю, просите тогда, чтобы указали указали китайский адрес при, при э, создании заказа. То есть поставщик, чтобы указал китайский адрес. Тогда вот этот пункт 10%, вот этот, он не будет добавляться. Такой лайфхак. Видите, у меня здесь стоит адрес Нью-Йорка. Видите, вот слева вот здесь. Вот если вы его поменяете, он, ну, там поставщик должен поменять. Ну, или вы там, ну, там поставщику нужно попросить изначально. Он поставит какой-нибудь китайский, например, вашего перевозчика или какого-нибудь припцентра. Ну, китайцы, в э, в Китае имеется в виду, да? то это не будет такс добавляться. Он, он не будет, он исчезнет. Останется только 5. вот этот. Э, тут видите еще shipping fee, но его не будет. То есть останется только 4470. Вот. Это такой метод простой. Ну, я рекомендую, если у вас есть компания, все-таки сделать этот tax exemption. И все, и не будете переживать. Ну, а то еще нужно китайцу объяснить, он скажет, зачем и тому подобное. Как бы это еще тоже нужно правильно ему объяснить, что вы хотите от него Будет добавлять 10%, если указать страны СНГ. Смотрите, там если страны СНГ или, или Европу выбираете, там, по-моему, другой процент будет. То есть это в США 10%. Для других стран там другой процент. Я не помню, какой там процент. Вот. Но вы когда поставщик указывает страну доставки, да, оно там уже автоматом добавляется так, с той стороны, которую вот он указывает. Вот. Окей, друзья. Доставка Китай, Амазон, США. Тут у нас не так долго будет пунктик. Что мы здесь делаем? Смотрите, у нас здесь следующий пункт. Мы работаем через фрейт форвардеров по условиям DDP. То есть DDP, Delivered Duty Paid, то есть они сразу занимаются растаможкой на свою компанию. То есть они все делают растаможку, доставку до склада Амазона, все делают на себя, говорят вам финальную цифру, вы заплатили и ни за что не переживаете. Так работает в основном там 99% Amazon продавцов, да, плюс-минус. Вот. Э, как бы это самый простой метод и самый оптимальный и, как правило, самый дешевый. Вот. Потому что если вы будете сами это все делать, искать там брокеров и так далее, как правило, это обойдется вам дороже. Вот. Поэтому, и, конечно, я рекомендую работать с теми ребятами, у кого уже есть опыт, у кого есть склады свои, есть склад в Китае, есть склад в США, тот же самый преп-центр они уже работают не первый год с Amazon. То есть я рекомендую работать с такими ребятами, чтобы вы были как бы, как бы да, не переживали, что с грузом что-то случится. Да, иногда поставщики также предлагают доставку товара. Иногда. Ну, не иногда, достаточно часто. Как правило, они с кем-то сотрудничают, работают, да, тоже получают свой процент. Иногда даже эти цены меньше, чем у перевозчиков, у forwarder. Поэтому, опять же, ну, тут уже на ваш страх и риск, как бы, да, тут уже вы никак не проверите, насколько он опытный в этом или нет. Были случаи, когда отправляли через китайцев, и там товар зависал на границе. Были такие случаи. Ну а были случаи, где было вообще все без проблем, быстро доставили, и э, еще даже дешевле вот было. Поэтому ну тут уже, конечно, от вас решать. Лично мое мнение, лучше чуть там на 100 до 200, там небольшая разница в цене, то лучше уже работать с проверенными ребятами, особенно первые партии какие-то, да, чтобы там случайно ничего не случилось по дороге. Ну, вот. Поэтому вот так вот. И варианты доставки есть морем, есть быстрое море, 22-24 рабочих дня, есть медленное море, 37-45, есть авиа. Конечно, здесь мы выбираем в основном только море. Авиа мы никогда не рассматриваем, потому что это очень и очень очень дорого. Вот. То есть, в принципе, его невыгодно отправлять авиа. То есть, как правило, медленное море самый оптимальный вариант, ну или быстрое море. То есть, в принципе, оба варианта окей. Разница между ними может быть там 400 долларов, 300 долларов. То есть медленное море может быть на 300 долларов или 400 дешевле, чем быстрое море. Вот. Вы же смотрите на свой бюджет, вы же смотрите на свою маржинальность и как бы, сами уже решаете. Конечно, я бы рекомендовал брать медленное море, если вы это первую партию отправляете, вам никуда сильно спешить. Вот, конечно, уже в будущем, когда вы будете отправлять пополнение, возможно, нужно брать быстрое море. А первую партию сделайте максимально, чтобы как бы, да, по возможности. Есть возможность меньше потратить денег, берите эту возможность. Вот. Поэтому вот такая ситуация по доставке. Все-таки нужны ли сертификаты на товар, Amazon их не требует. Смотрите, по сертификации очень часто, когда вы общаетесь, э, во-первых, когда вы создаете листинг, карточку товара, да, э, э, вот, кто не знает, листинг, да, вы указываете, какой категории вы будете продавать, и вы там указываете описание товара, да, загружаете необходимую информацию, которую просит Amazon. Как правило, после этого Amazon может вам сообщить, какие сертификаты нужны. Возможно, это вообще категория закрыта, ее нужно открыть, ангейт называется, да, вот как бы вы не знаете этого. То есть вы когда создаете, вы дальше уже Amazon вас информирует. Это первое. Второе. Перевозчики, ребята, кто занимается перевозкой, они тоже просят у вас, что у вас за товар. И они тоже смотрят, какие сертификаты нужны. То есть иногда какая-то сертификация им тоже нужна, потому что им нужно там делать пошлину, оплачивать и так далее. Да? Опять же, поэтому они тоже вот я почему рекомендую работать с опытными, у кого есть опыт с Amazon, потому что они вам а, также могут сказать, что вот в этом товар нам нужны такая то такая то какие-то какие то сертификаты, если это электроника или там какие-то батарейки или еще что-то по-любому там нужно будет сертификаты. Поэтому поэтому я рекомендую вам работать только с ну с теми, кто у кого уже есть опыт. Если товар поврежден при, при доставке, если страховка товара, да? Те ребята, которые занимаются доставкой, у них есть также страховка, вот, не помню, какой там процент, то ли 3 процента, что-то в этом роде, вот от, от инвойса, да, честно скажу, я ни разу не брал, ни разу, и пока ничего не было, все было в порядке, вот, потому что иногда 3 процента, там маленькая сумма получается, вот. поэтому… Если я не ошибаюсь, 3%. Я могу ошибаться, честно. Я, честно говоря, не помню. По-моему, 3%. Может, даже чуть больше. Возможно, и больше, друзья. Поэтому, да, страховка есть. Если вы хотите, вы можете взять, конечно. Окей. А заранее нельзя никак узнать про сертификаты. Ну, Алекс, только вы создаете листинг и уже узнаете. Создаете листинг, коммуницируете с, перевоз... с перевозчиком, фрейд да? И уже как бы... Спросите у поставщика. Я часто спрашиваю поставщиков. Говорю, что вот для меня это новая ниша. Да, у меня есть товары, я продаю в другой нише. Сейчас захожу в другую нишу, в новую, там не знаю. И скажи, у тебя есть продавцы с Amazon? Говорю, да, есть. Они какие-то просят, у тебя сертификаты. И они говорят, да, да, просят или не просят. Так, друзья. А заранее никак не узнать, так если решил поменять упаковку э, и упаковку закупаем у другого продавца переукомплектовать это через преп надо делать. Э, так не рекомендую делать, Иван, это очень дорого будет вам. Попросите вашего поставщика найти нужную вам упаковку, пускай он обратится к другой компании закажет там все, что вам надо. Потому что если вы на преп пойдете, ну или уже на крайняк заказать упаковку, отправить своему поставщику, пускай он сам это упакует. Потому что если вы будете через преп, это же очень дорого будет. Это прямо очень дорого будет. Вам вообще невыгодно будет это делать через преп. Это нужно в Китае делать, только в Китае. Все. В США забудьте. В США там цены другие на зарплату у людей. Соответственно, услуги другие. Окей. Okay. Стратегия продвижения. Что мы делаем? Да, в первую очередь. Приехал ваш товар на Amazon. Вот вы сделали листинг, сделали фото, создали там все красиво, сделали описание, фотографии, а плюс контент, видео, Amazon Store. У вас все красиво, классно. Вы готовы на 100%. Приехал товар. Отдаем сразу 30 штук бесплатно на отзывы программы Vine. Бесплатно имеется в виду, для вас это будет платно, 200 долларов, да, плюс вы еще заплатите FBA комиссию с каждого продукта, плюс 30 продуктов бесплатно имеется в виду для, для людей, которые его возьмут, да. Они заберут ваши эти продукты 30 и должны вам оставить отзывы, да, вот, в вот, течение какого-то времени. Смотрите, а, что это за люди? Это специальные а, ревьюеры, так сказать, покупатели Амазона, которые вот сотрудничают с Амазоном отправляют, Амазон им отправляют продукты бесплатно и они там их там, и тестят, грубо говоря, и делают отзыв. Вот. Эта программа действительно только для тех, у кого есть бренд-регистры, поэтому мы обязательно делаем бренд-регистры и запускаем эту сразу программу, чтобы максимально быстро получить эти отзывы. Иногда эти вайн ревьюеры оставляют быстро, берут быстро товар, а иногда бывает такое, что за месяц у вас взяли там три штуки. Это, конечно, все зависит, то есть Amazon, там, они сами выбирают, какие товары они хотят взять, да, это не означает, что Amazon всем подряд отправляет. Нет, они сами выбирают. Это первое. И второе, то, что это зависит от товара. То есть если какой-то товар, который нужен на everyday, как говорится, какой-то классный, дорогой товар, они, поверьте мне, возьмут его там за неделю, разберут. А есть товары, которые бывают реально долго не берут, очень долго. Потому что он, ну, возможно, он не нужен там для дома. Обычно что-то для дома такое, для детей, какая-то одежда, она берется быстро, да. Что-то другое, более сложное, она очень медленно берутся этими ребятами, но, тем не менее, нужно делать. И, конечно же, у вас должен быть классный продукт, качественный и готовый листинг, и хорошая цена при старте, потому что эти вайн ревьюры они очень сильно вот, любят придираться к продукту. Они там могут рассмотреть каждый шовик, каждую пуговочку, каждый функционалик, что-то им не понравилось, в чем-то не разобрались, поставили вам тройку, понимаете? То есть вы тут не гарантированно получаете пятерки, поэтому Конечно, я уверен, что у вас будет качественный продукт, потому что по-другому нельзя. Вот. Но, с другой стороны, убедитесь, что у вас все понятно, у вас есть инструкция от товара, если она нужна, она понятная, простая, да. То есть это все есть. Вот. Потому что они такие, что любят придираться к тому, что вот что-то им-то чем -то не разобрались, все написали там. И даже если продукт классного качества, они поставили тройку. Но, к сожалению, без этих вайн ревьюров нам сложно набрать отзывы: это единственный легальный метод. Ну, вот не считая там, органических да, отзывов, которые вот Amazon нам дает, как набрать отзывы. Потому что все остальные методы друзья, семья, покупные отзывы это все нелегально. Даже если знакомых попросите, это тоже нельзя так делать. По правилам Amazon так делать нельзя. Вот поэтому, какие бы отзывы ни оставляли, как правило, после них остается рейтинг 4.5, 4.6, 4.7 то, что я вижу. Бывают, конечно, некоторые хуже, но в целом рейтинг нормальный. Вот, можно с ним работать. Да, кстати, Валерия правильно написала, вот хороший комментарий сделал. Анализируем Amazon и видим, что очень много плохих отзывов оставляет Вайна. Странно теперь к ним обращаться. Да, кстати, хорошие молодцы написали комментарии, потому что я тоже так часто делаю. Я захожу в нишу, да, я выбираю там фильтра. Вот, когда заходите на Amazon, там слева можно фильтры выбрать. Выбрать, например, новинки за последние 90 дней и смотрю новички, которые недавно зашли на Amazon. Вот, и открываю, как правило, у них там вайн отзывы, да, там, я вижу 15 отзывов, скорее всего, это вайн. И это вайн. Если я смотрю, что принц минус в этой нише все вайн ревьюеры нормальные, адекватные, оставляют хорошие отзывы, то нормально. А вы такое что видите, что эти все вайн плохие? Тогда, конечно, тут я бы уже задумался, стоит ли его, стоит ли туда запускаться или нет? Вы еще мало того, что 200 долларов им, ну, Amazon платите, да? Так еще как бы 30 продуктов бесплатно раздаете, платите в комиссию еще из-за этого потом плохие отзывы получаете. Вот. Поэтому, если видите, что на, на ва вашей нише у ваших конкурентов, которые зашли недавно, Вайн-ревью оставляют плохие отзывы, то, конечно, задумайтесь, стоит ли вам это делать или нет. Вот. Потому что потом это будет больше дороже вам перекрыть эти плохие отзывы хорошими. Понимаете? Как стать вайн-ревьюером? Евгений, я сам, честно говоря, не знаю. Тоже думаю, как это стать, потому что было бы классно. Так, хорошо, купоны. Создаем купон с минимум 10-15% off, да, при старте. Обязательно делайте ниже цену, друзья, делайте купоны. Нам необходимо много продавать в первый месяц, первые недели. Важно хорошо стартануть, бустануться немножко, потому что первый месяц это легче стартануться, Amazon сам вас сам продвигает. С низкой ценой вам будет легче. Даже если вы там теряете маржинальности, ничего страшного, вам важно вначале бустануться, что вас начали покупать, пошли какие-то органические отзывы, да, и так далее. начинается какое-то движение по листингу, это очень важно, потому что если вы поставите высокую цену, вы будете где-то далеко, то это будет вам сложно потом продвинуться. Окей, первые месяцы очень важно это все делать, окей. Потом TikTok очень классно работает, работаем с блогерами с TikTok, есть такой сайт Referazon, там можно находить блогеров. Вообще сайтов таких много, можете сами написать в поиске Google TikTok, influencer search, и у вас там будет миллион сайтов, вы можете выбрать какой-то сайт, выбрать по тематике, там, не знаю, если продаете Home and Kitchen, выбрали Home and Kitchen, смотрите, какие блогеры в Home and Kitchen. Вот. Пишите им, пишите там 50 блогерам, 70 блогерам, и уже потом смотрите, как бы, да, какие ответили, какие у них там условия. Кто-то вам, возможно, небольшой договорите договоритесь с кем-то, за какую-то небольшую сумму или за продукт, если у вас хороший продукт. С кем-то нужно кому-то заплатить будет. Но, опять же, друзья, это нужно делать. Нужно делать, потому что сейчас, как бы, не только оста... фокусируется на Amazon рекламу, да, но и работать и с внешними тоже источниками. Вот. В США очень классно работает TikTok. Да? Также Pinterest работает неплохо. Инстаграм более-менее. Вот. Но в основном, конечно, ТикТок прям очень сильно. Договариваемся с поставщиками, с популярными блогерами по вашей нише для Amazon Live. Amazon Live — это прямые эфиры, которые транслируют Amazon, они идут на Amazon. Есть тоже блогеры, которые показывают продукты прямо на Amazon в прямом эфире. И люди покупают эти продукты. Иногда это хорошо работает, иногда нет. Это все нужно тестить. Это все нужно тестить, смотреть, как работает к вашему продукту. Да? То есть я не могу сказать, что на 100% у вас сработает Amazon Live. Кого-то сработает, кого-то скажет, вообще у меня там было две продажи всего лишь. А у кого-то там будет 52, понимаете? То есть тут нужно смотреть, тестить, тестить, тестить. Это зависит еще очень сильно от блогера, которого вы, вы, вы найдете. Да? Поэтому это все время нужно и понять, что работает, что не работает. Сейчас по поводу еще поговорю отзывов, друзья. Amazon PPC реклама. После 10-15 отзывов, запуска, отзывов запускаем Amazon PPC рекламу. То есть запускать рекламу без отзывов я не рекомендую. Это деньги на ветер. То есть в очень редких случаях у ребят классные, ну, есть продажи и без отзывов. Есть такие ребята, когда вы угадали с продуктом, там у вас классный листинг. И у меня есть ребята, которые обучаются вот и которые запускали без отзывов, и у них реклама уже начала продавать, уже начали приносить продажи. Это вообще классные показатели. Но в основном нет. В основном, пока вы не наберете 10-15 отзывов, PPC реклама на Amazon не работает, не работает. Вот. Поэтому, потому что отзывы это что, доверие к вашему листингу, да, к вашему продукту. Людям это очень важно. Чем больше у вас будет отзывов, тем там, у вас лучше будет конверсии рекламы, вот. Но вот я рекомендую включать сначала автомат рекламу, бюджетом минимум 40-50 долларов в день. Вот, и уже смотрите, через какое-то время, допустим, через две недели, вы скачиваете отчет по рекламе, допустим, автомат, и смотрите, что, какие ключевые запросы сработали, какие не запросы, не, не сработали, где у вас там много кликов, продаж нет, вы добавляете в негатив. То есть Или нерелевантные слова, которые не относятся к вашему продукту, тоже добавляете в негатив. Но это уже идет оптимизация, да, друзья. То есть. Если ваш бюджет позволяет, создайте также manual компании, ручные компании по вашим релевантным ключевым словам. То есть, например, вы открыли с помощью Helium 10, есть программа, в Helium 10 есть Trebro или Magnet называют, где вы видите ключевые слова, search volume, даже стоимость клика можете посмотреть или можете посмотреть, по каким ключам а, рекламируются ваши конкуренты. Вот. И потом уже это все собираете, фильтруете и уже создаете manual компании. Вот. Опять же, тут уже Amazon реклама, это отдельно, поэтому можно отдельно делать вебинар на три часа, как бы, да, PPC, потому что это как бы в двух словах не скажешь. Такие просто основные моменты, чтобы вы просто понимали, да. То есть в этом вам нужно разбираться, в этом вам нужно внедряться, вникать, вот, и тоже понимать, как работает Amazon реклама, потому что это будет ваш такой основной расход, особенно в самом начале, у вас будет реклама тянуть очень много. То есть у вас может быть там расходы на рекламу 100%, например, вы 100 долларов потратили, на 100 долларов, и 100 долларов продали, понимаете? И вначале это будет окей, то есть у всех, начиная там с высоких показателей, потом степ-бай-степ -степ эти показатели понижаются в зависимости от количества отзывов, вы начинаете оптимизировать рекламу, да, то есть убирать те ключи, которые не работают, или давать больше бюджет на то, что работает, да, то есть это уже называется оптимизация, и она нужна время, то есть за неделю вы через, ну, ничего не сделаете, то есть нужно месяц, там, какое-то время проработать, чтобы эти показатели улучшились. Поэтому, Конечно, чтобы эти показатели также были хорошие, нужно, чтобы у вас был классный листинг, там, фотографии, видео, отзывы, да, цена товара. Это все влияет, конечно же, на рекламу, в том числе на конверсию. Вот. Поэтому, друзья. реклама крутит на начальном этапе или постоянно? Постоянно, Алексей, постоянно. У вас реклама будет включена 24 на 7, друзья. 24 на 7 будет реклама купоны тоже всегда будут всегда вот хотя бы вначале сделать агрессивный купон там 15 20 даже процентов чтобы завлечь людей да потом поставить там 5 процентов например да вот но тоже то есть вначале важно вот сделать максимально хорошую цену максимально хороший купон и вот завлечь клиентов чтобы они начали покупать наш продукт Можно, если что, удалить листинг с не очень хорошими отзывами. Это вайн, ревьюра и сделать новый листинг и начать с новым заново. Уф, Андрей, можно, конечно, но это сложно. Можно, но сложно. То есть вам нужна другая партия товара, <coughs> другие э, штрих-коды и так далее. То есть, поэтому там можно, конечно, сделать ремап. Ну, в принципе, да, есть вариант. Вот. Но лучше, конечно, так не делать. Лучше, чтобы были отзывы хорошие конечно, не от нас зависит в основном. Какие еще есть варианты, кроме вайн? Я так понимаю, Григорий спрашивает по набору отзывов. Григорий, ну, если мы говорим легальных, ну, вот вайн, есть еще кнопка request review. То есть каждый отзыв, который, каждый клиент, который покупает, вы можете зайти ордера, есть программы, инструменты, которые автоматизируют это все. Вот, и автоматически клиент через какое-то время получает письмо от Amazon с просьбой оценить честно ваш, ваш продукт. Да? Вот. Uh, тоже еще один из один методов. А так, в принципе, все остальные методы, даже если друзей вы просите, да, я тоже прошу друзей, знакомых в США купить мои товары, и, естественно, это делаю, делаю это аккуратно. То есть не так, чтобы у меня 10 друзей купила и 10 оставила отзыв. Нет, то есть мне нужен быть какой-то баланс. Вообще по, по, по статистике, если не ошибаюсь, процент проходимости отзыва что 3%, или даже меньше, по-моему, даже меньше. Да, или 3%, типа со 100 покупок 3, 3 человека оставляют отзывы органически, понимаете? Даже, да. Вот поэтому... То есть товар органически без рекламы не продается, даже если уже раскрученный. Да, он со временем, посмотрите, со временем у вас вот какая будет ситуация. Первый месяц у вас будет там 100% продаж с органики идти. Это будет первый месяц, понимаете? То есть э, вы, извините, 100% с рекламы оговорился, да? То есть 100% продаж, в основном это будет все идти с рекламы. Там 90% реклама, 10% органика. Потом этот баланс будет более-менее сбалансирован, да, доля эта. это. будет 60% реклама, там 40% органика, но это со временем. То есть вы начнете показывать, для того, чтобы Amazon вас показывал органически, вам нужны продажи по этим ключевым словам. То есть если я продаю, не знаю, iPhone case, да, там, окей, okay, там, или чехол для телефона, то, значит, чтобы у меня, я показывался по за ключевому слову iPhone кейс, мне должны найти по этому ключевому слову и купить. А чтобы меня нашли, я сначала делаю рекламу на это ключевое слово. Да, человек заходит, видит по рекламе мой товар, покупает, например, и дальше Amazon начинает двигать меня органически. Вот. Поэтому да, со временем у вас будет баланс 60 на 40 где-то. 60 реклама, 40 органики, может кого-то будет 50 на 50, но в основном это 60 на 40, но это со временем. А вначале это будет 90 или 100% реклама и 10% органики. Тоже понимаете это, да? Вот. Но эта реклама помогает вам в продвижении в органике. Она помогает вам, понимаете? То есть вы продаете по рекламе, и Amazon начинает вас двигать, двигать, двигать вперед понемножку. Так, друзья, сейчас буквально пару слов, и мы еще отвечаем на ваши вопросы. Возможно, вам что-то было непонятно. Еще разберем, у нас еще есть время. Вот, в принципе, мы уже да, два часа, у нас еще есть полчаса, поэтому, в принципе, там если будут вопросы, я сейчас я вам поотвечаю на ваши вопросы. Возможно, какие-то ссылки, я вижу, вы просили там на описание и так далее. Я вам могу проговорить это все. Так, хорошо, давайте немножко расскажу о своем обучении вот э, вкратце. И потом поотвечу на ваши вопросы. Окей, у меня есть программа, есть курс на сайте моем vasylenko.school. Э, курс по private label, да, друзья. Здесь небольшой такой скриншот результата учеников. У меня также, в принципе, все результаты я обычно пощу у себя в Инстаграме. Там есть папочка результаты учеников, можете зайти посмотреть. Есть папочка отзывы, кейсы какие-то, там все это все есть. Плюс я там периодически интервью записываю с ребятами по возможности. Вот. Опять же, хочу учесть, что это оборот, то есть это не чистая прибыль, вы должны понимать, что первые месяцы вы будете все, всю вашу прибыль будет уходить на рекламу, вы будете покупать продукт да, и так далее, потому что вам важно первые месяцы максимально бустануться, максимально набрать отзывы по возможности, чтобы потом вам как бы, да, легче было чтобы была лучше конверсия, ну и так далее. То есть, поэтому, когда да, вот такие результаты, у кого-то 17 тысяч, у кого-то 8 тысяч, у кого-то 6, 000, у кого-то вообще 39. То есть, в принципе, показатели разные. Вот, и в целом, как бы, показатели неплохие. Показатели неплохие. А, информация в курсе. 15 модулей, более 120 уроков. Все уроки составлены по приоритетности. То есть вы начинаете с первого урока, с первого модуля и двигаетесь степ by степ вот, до там, последних модулей. То есть там не нужно скакать, прыгать. Да? Закрыта телеграм-группа с участниками курса, да, где вы получите всегда ответ от меня или там, от ребят, кто уже продает. Вот. Всегда получите поддержку, не переживайте с ваши проблемы, никто не ставит вас наедине. У нас менторов нет, то есть в принципе это я, Сижу в группе и вот, отвечаю на ваши вопросы. Кто-то мне пишет персонально в чате, кто-то пишет в группе общей. Поэтому у нас всегда как бы все максимально классно. У нас очень классные ребята, классное сообщество, классные ученики. Все друг другу помогают, подсказывают, делятся продуктами, отзывами и тому подобное. Вот. Курс рассчитан для новичков. То есть каждый шаг я урок объясняю максимально детально простыми словами. Если вы думаете, это детально, то это еще не супер детально. Я обычно я рассказываю еще более детально. Вот. По стоимости мне сейчас курс но для, сейчас для тех, кто присоединится до конца недели, это будет 899. То есть это только для конца недели, кто ставит заявку вот, на курс. А, вот. Самое главное, конечно же, это поддержка обязательно. Курс бы какой бы ни был, без поддержки будет сложно, потому что Amazon не стоит на месте, всегда что-то меняется, у каждого разная ситуация. Кто-то делает на компании, кто-то делает на физлицо, кто-то делает вообще на другую компанию, кто-то делает вообще в другой стране. То есть, то есть всегда все по-разному. Поэтому у каждого какая-то индивидуальная ситуация, какими-то сложностями сталкивается, какими-то, да. Поэтому очень важно, чтобы все вы всегда получили ответ и поддержку на свой вопрос. Вот, опять же, вопрос и ответ за закрытой телеграм-группе на постоянной основе, то есть как и доступ к курсу, так и поддержка на постоянной основе, потому что, как вы помните, вчера в презентации я говорил, что запуск на Амазоне — это 3-6 месяцев, да? То есть поэтому как бы, ну, вы даже через год там, продажи, забыли что-то, как шипмент создать, открыли, посмотрели, или у вас какой-то вопрос появился, забыли, спросили в группе, там, я поделился, или ребята поделились каким-то да, решением каким-то. Поэтому это, конечно, классно, что есть такое сообщество, все такие э, дружелюбные вот у нас. Также у нас одна видеоконсультация по Zoom, можно взять любое время, то есть это один на один, нужна какая-то помощь при выборе продукта, не знаю, там с рекламой или еще чем-то, сказали, Андрей, давайте созвонимся, договорились какое-то время и созвонились по Zoom. Вот. Также периодически мы делаем э, зум-звонки групповые, вот, там, ответы на вопросы или с, с кем-то подкаст, например, вот делали с бухгалтером недавно, там еще планирую с бухгалтером сделать еще один в этом месяце. Поэтому, в принципе, вот такие делаем тоже периодические зум-звонки групповые. Потом эти все зум-звонки -зум, как бы, я загружаю вам в личный курс. Вот. Э, давайте вкратце покажу вам по сайту, расскажу. Так, Давайте вот так сделаем. Вот мой сайт vaslenka.school. Вы здесь можете почитать больше информации. Здесь есть программа курса, там отзывы. Ну, в принципе, можете больше посмотреть. Также есть вот здесь программа курса. Вы можете посмотреть видео о курсе. Там прямо я показываю, как выглядит курс, как выглядит интерфейс, как выглядит общение. И вот, в принципе, темы. Видите, сколько уроков? Уроков очень много, друзья. Вот, очень много уроков, то есть, я же говорю, видите, если like, посмотреть, и куча материалов, и куча уроков, вот это же самое PPC, у нас два модуля по PPC, уже больше, там, наверное, 20 уроков, отчетность, запас, отзывы, вступление, то есть, видите, все, все по порядку, знакомство, поиск продукта, поиск поставщика, состояние бренда, регистрация Amazon и поехали. И очень много нюансов, друзья, очень много нюансов, поэтому в курсе очень много моментов, которых, например, нет в YouTube, да, там, в YouTube у меня от силы 15% от всего курса. Хорошо, друзья, если вам интересно, просто зайдете на главную страницу, вот здесь выберите пакет, введите свои данные, и я вам отвечу в Телеграме. Вот. И также есть у нас небольшая консультация, если вам есть какие-то вопросы, просто там, да, в Телеграме можете вот получить консультацию, написать мне заявку, только, пожалуйста, укажите свой Телеграм. Я вам, чтобы отписался в Телеграме, вот, это бесплатная консультация, вот, небольшая, да, там, до 15 минут, если у вас какие-то есть вопросы, там, с радостью отвечу. Вот. Окей. Давайте на весь экран сделаем. Я поотвечаю на ваши вопросы. Так, давайте чуть вверх поднимусь и буду двигаться вниз. Аркадий спрашивает, по регистрации аккаунта, если двойное гражданство, можно на каждый паспорт регистрировать отдельный МЗ-аккаунт с тем же именем? Я не рекомендую так делать. Если Amazon увидит связь, то потом заблокируют оба. Поэтому лучше так не делать. Мне часто писали китайцы на Facebook, Валерия говорит, чтобы я ставила хороший отзыв за бесплатный продукт. Хотим, хотим, Хотя, хотя я не, в этом никакой программе не, не, не состою. Да, очень часто, Валерия, вот в Фейсбуке есть такие группы, ревьюеры, да, где вы пишете свои продукты, и, прилагают, и ребята предлагают бесплатный продукт взамен на отзыв. Но я не рекомендую такие группы. Я не рекомендую. Потому что все эти ребята, которые оставляют отзывы, Amazon, Amazon же знает, друзья, Amazon знает, те, кто оставляет отзывы там, за деньги или за товар, это то же самое для Амазона. Он же видит, что человек оставляет на каждый товар отзывы, что-то не так. То есть он и наказывать будет вас. И даже таких ребят. У меня есть ребята, кто вот тоже так делал за деньги. И потом им даже деактивировали, и вернее убирали функцию байер аккаунта, чтобы они не могут теперь отзывы оставлять. То есть вот так даже. То есть Амазон не только селлеров, еще и покупателей наказывает, кто это делает. Поэтому как бы не рекомендую. Что лучше, Amazon PL или Shopify. Ну, не сказать, что лучше. И то, и то нормально. И там, и там нужно запускаться. Вот в чем суть. То есть Shopify это свой сайт, вы делаете. Shopify можно интегрировать с Amazon. Храните товар на Amazon, Доставляете клиентам тоже, которые Shopify у вас купили. Вообще рекомендую и там, и там запускаться, друзья. Сколько участников в, общем, э, в общей группе? А, вы так понимаете, не переживайте, там небольшое количество участников, вот, поэтому каждый получит поддержку, вообще не переживайте за это. Сколько часов видеокурса, Вадим? Ну, очень много. Ну как, тут 20 уроков, какие-то уроки по 30 минут, какие-то по час, какие по 15, некоторые по 7 минут. То есть все в зависимости от темы, понимаете? То есть там не презентация, там как, ну там частично презентация, частично я включаю свой экран, аккаунт свой и поехали как создать листинг, как то. То есть максимально детально. Ваше обучение поможет для развития продажи в Европе? Роман, смотрите, у меня единственное в обучении регистрация компании и торговой марки мы разбираем в США. То есть да, все остальное плюс-минус похоже, как и в Европе. То есть там листинг, шипмент, продукт. Да. Вот. Но вот эти моменты по регистрациям, это вы уже у себя должны узнать, где вы там, в какой стране проживаете, где вы хотите открывать. Так, что мне перемоталось? Стоит ли выходить на Amazon со своим авторским товаром, например, одежды со своими принтами, или может первый товар выбрать по аналитике, а, Алекс, смотрите, ну, с, конечно, вы просмотрите, есть какие-то похожие товары на ваш товар, то есть есть ли какие-то похожие, можете зайти, конечно, но нужно протестить, не, не закупать большую партию, поэтому вот так вот. Был стартую ваш курс. В принципе, там нет какой-то группы, смотрите, друзья, то есть нет какой-то даты, да, до которой там я набираю. То есть вы готовы, говорите, Андрей, готов присоединяться. Все, вы, мы с вами списались, обсудили все моменты. Я вас добавил в группу, я вас добавил, открыл вам доступ к курсу. Все, в принципе, вы начинаете работать. Да, Если какие-то вопросы, что-то непонятно, написали мне, написали в группе, я вам помог. Или в группе написали, или нужно созвониться, там какой-то зум-звонок написали. И начинаем работать. А что делать, если мой товар не будет покупать? Ну, если не будет покупать, то, конечно, бывает такое, что не покупают товары, естественно. Нужно уже сливать их, нужно распродавать их. Если вы же понимаете, вы уже все испробовали, рекламу, и вообще ничего не работает, что значит что-то с продуктом не то. То есть или качество не то, или цена не та, ну что, или фотоконтент не то. То есть какая причина того, что его не покупают? То есть, если вы уже все испробовали, все методы и знаете, уже все, ну то есть тогда нужно сливать товар. Такое тоже бывает, друзья. Такое тоже бывает, нужно это понимать. То есть никто вам не гарантирует на 100%. Скольким поставщикам надо написать изначально? И что говорить, если ты выбрал другого поставщика, но хочешь сохранить хорошие отношения с этим и ставить его на план «Б»? Ну, напишите 20-30 поставщикам. Да слушайте, не, не, вообще не парьтесь на это, там, хорошие отношения. Ну, что такое хорошее? Вы же не друзья, Скажите, ну, я пока сейчас буду другим работать, поставщиком, но вы мне будете как запасной план. Ну, так и скажите, а что здесь такого? Здесь такого нету, они тоже, ну, окей. А может, они скажут, а мы готовы эти цены понизить, только нас выбери. И такое было. <с> Поэтому, друзья, здесь не, не стоит там переживать как-то, что они там подумают. Все, это бизнес. Там, там работают целые менеджеры Как бы вы общаетесь с девочками, которые там приходят, просто у них таких, как вы, там сотни, понимаете. Поэтому как бы не переживайте. Если товар не продается, как его утилизировать? Это делает Amazon. Да, там можно утилизировать. Можно утилизировать, а можно вообще продать Амазону товар. Там есть такая штука, как можно продать Амазону за, по-моему, 10% от ритейл цены, если не ошибаюсь. Там не помню, какой процент точно. Но вы можете продать Амазону свой товар. Он может у вас его купить. Вы там его размещаете, но это не быстрый процесс. Да, то есть, поэтому там есть такая, можно как ликвидировать, просто уничтожить. Да, там тоже какие-то оценки за каждую единичку заплатите, ну или же попробовать продать его Амазону. Создал торговую марку из двух слов. Пишет Татьяна год назад. Пришел ответ. Есть проблема с одним из слов, э, с одним из слова. к кому можно обратиться. Если контакт русскоговорящий контакт, э, ну русскоговорящий не подскажу. Вот я вот обращался на Файвере, вот было похоже там кое-какая ситуация, вот, и он обращался на фавере к человеку. Я вчера вам, э, вчера на вебинаре, он есть в записи, можете открыть, посмотреть, я там даже показывал, кому вот я обращался. Э, можете обратиться к ним, они вам сделают ответ нужный, то есть респонс, да, они ответят на это письмо, там, какой-то экшен. Скорее всего, USPTO попросил какой-то экшен, что-то сделать, да, что-то не так, то есть они там могут вам помочь с этим. Вот, поэтому рекомендую, мне помогли. Вот, так что как много товара вы советуете заказать первый раз? Инга, смотрите, товаров рекомендую закупать на 3 месяца. У вас должен быть товар на 3 месяца. То есть почему 3 месяца? Смотрите, производство 3-4 недели, месяц. Да? доставка товара 1,5-2 месяца. Все, у нас 3 месяца, продакшн, ну, грубо говоря, все, с момента оплаты за товар до момента доставки до Амазона, 3 месяца. У вас должен быть товар на 3 месяца. Вот. Почему? И то желательно даже, может, первую партию на 4 месяца, чуть больше, чтобы у вас был запас. Чтобы вы не вышли в out of stock. То есть как это посчитать? Вы заходите на Amazon, открываете вашу нишу, открываете X-Ray, вот, э, который я показывал сегодня, да, Helium 10, там, где вы видите всех продавцов. Смотрите, ориентируйтесь на продавцов, которые вот зашли там полгода назад, там, недавно зашли. Сколько они продают в месяц единиц? Да? То есть видите, там продают в месяц там, 200 единиц, например. Да? Но вы понимаете, что если на 3 месяца вам нужно 600 единиц. Вот. То есть у вас ротация должна быть 3 месяца, товар должен быть на 3 месяца. Больше тоже не рекомендую, да и меньше вылететь в автосток тоже не хочется. Реально ли достичь успеха в нише, где, где много продавцов и большой объем продаж, грубо говоря, если задаться целью взять свои 2-3% от ниши, скажем, э, скажем, 3 миллиона долларов в месяц ниша? А, Сергей, смотрите, вам, если у вас большой бюджет, да, реально если у вас большой бюджет. 10-20 тысяч там нечего делать точно. То есть если у вас там бюджет, не знаю, 50-100 тысяч, есть смысл в такие ниши большие заходить. Если небольшой бюджет, лучше бы я на вашем месте туда не заходил. Вот, потому что все будет летать на рекламу и очень быстро. Если там есть сильные продавцы, большой оборот, там и реклама будет недешевая. Вот, поэтому вам будет сложнее. Если большой бюджет, то, конечно, можете попробовать. Ну, есть смысл заходить. А если небольшой бюджет, то лучше найти что-то попроще, чуть-чуть полегче нишу. На какой товар лучше сконцентрироваться? Анна пишет. Детские игрушки, товары для кухни, йога, что пойдет лучше по вашему мнению, Анна? Хороший вопрос, конечно, вы спросили. А, ну, смотрите, ну я не могу вам сказать, да точно какие. То есть я вот сейчас буду искать продукты там для себя, для запуска. Вы знаете, что я запускаю там реалити-проект, где запускаю продукты вот я вы посмотрите там в следующем выпуске я покажу на какие я продукты обращаю внимание вот я сейчас как раз занимаюсь вот после вебинара буду заниматься анализом да и покажу вам ну потом в следующем видео сниму какие продукты я там подобрал там не знаю какое-то количество продуктов расскажу вам почему я их выбрал и вы посмотрите на что я обратил внимание то есть я то что я говорил на первом в первой серии я обращаю внимание это human kitchen baby pets Возможно, еще travel, посмотрю, что-то для путешествий. Это спорт и outdoors называется ниша. То есть вот эти ниши посмотрю, буду смотреть продукты для себя. Какие там будут, я еще не знаю. То есть есть какие-то идеи. Вот, но я это уже вам покажу в следующих выпусках. Ольга, можно ли зарегистрировать торговую марку в Украине через патентного, патентного проверенного? А зачем вам в Украине? Вы же продаваете в США, правильно будете. Вам нужно в США регистрировать. Какова, по вашему мнению, вероятность успеха, если я куплю ваш курс и бюджет у меня 10К? Джом, ну я не могу вам ничего гарантировать. Но то, те, кто обещает вам и гарантирует, это неправда. Ну так нельзя делать. Что я вам говорю? 80% я не могу вам какие-то цифры говорить. Это, это, очень странно. То есть, ну, как бы не все зависит от курса. У меня курс это пошаговый план, как зайти, как там избежать, избежать ошибок, да, как это поддержка, какие-то ситуации у вас случаются, вы спрашиваете, какой-то фидбэк о продукте вы хотите получить. Вы написали мне, сказали, Андрей, там у меня есть, там, например, три продукта. Я вот думаю, какой зайти, там, что вы скажете. Я там могу дать свой фидбэк вам, да скажу, вот такая ниша, там такие-то плюсы, такие-то минусы, в такой нише такие-то плюсы, минусы, расскажу вам там по каждой нише, потому что у меня есть опыт в многих нишах, и вы там уже сами принимите решение, понимаете? Поэтому, ну, сложно сказать, ну, как бы, поэтому, то есть то, что вы выйдете на 10-20 тысяч продаж, это как бы, ну, не является каким-то достижением, да, главное, что как, как вы будете продвигать свой продукт, сколько вы будете на рекламу тратить, да, то есть, как бы, Никто вам не скажет. Ну, гарантии тут никто не даст вообще. И проценты какие-то. Так. А... Вопрос по вчерашнему дню. Если друг на чей-то адрес регистрирует компанию, ой, извините. Так, секунду, случайно не туда нажал то мне надо открывать компанию на штат Калифорнию, э, если он живет в Л.А. Да, 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 Андрей, если адрес э, калифорнийский, то есть Л.А., да, значит, компания там тоже должна быть. То есть она должна совпадать. Адрес компании и как бы, штат, где вы регистрируете компанию. Из профит margin, э, то есть из margin все еще надо 20% на рекламу вычитать. Что, это того, что показывает калькулятор Хелем, Да, Сергей, да, 15-20% вы еще закладываете. Поэтому я говорю, там 30-40 минимум процентов должна быть маржинальность. Минимум. После всех расходов. Обязательно это делать, друзья, потому что многие не делают такой детальный просчет. И то, то что я вам показал, это ориентировочный. Да? Когда у вас будут все ваши цифры, точная цена товара, э, точная доставка, все знаете, все понимаете, сделали финальный просчет, посмотрели. Если вы понимаете, что вы там зарабатываете 5 долларов с одной единицы без рекламы, то смысла таким продуктом запускаться нету вообще смысла. Out of stock значительно роняет позиции карточки, насколько сложно потом вернуть продажи. Да, роняет, если это в зависимости еще от периода времени. То есть если, например, там неделька, она не сильно критично будет, да, там или несколько дней. Если это будет там две недели там, или больше, то уже критично. Вообще лучше закрыть листинг будет, скорее всего, потом его открыть. Там есть разные методы, как это все лучше сделать. Кто-то повышает цену, растягивает сток, хотя я это не очень рекомендую, ну, как вариант, да, то есть несколько вариантов. Кто-то закрывает листинг, потом открывает. То есть, в принципе, есть там разные стратегии, кто как делает, потому что уже вы, это в зависимости от того, на, на какой период времени вы идете в аут. Да, то есть, если вы знаете, что вы уйдете на месяц, то улетайте по полной, вообще по максимуму, не повышайте цену. Если вы знаете, что вы там улетите, не знаю, там, на недельку, ну, повысите там немножко цену, продажи немножко упадут, потом товар приедет, опять понизите цену. Вот. Сколько стоят услуги бухгалтера за, со, за составление и подачу отчетности за год, за год диапазон цен от и до. Слушайте, э, Виталий, там в зависимости от транзакции еще, да. Но в среднем 1000 долларов точно будет, 1500 может быть, плюс-минус. Опять же, там очень считается часто транзакция. То есть бухгалтер вас просит выписку там, со счета, да, там, в зависимости от количества транзакций, плюс смотря какие формы по вам нужно подавать. Ну, не знаю, тысячу полторы точно заплатите в год, то есть до 15 апреля. Вот. Поэтому можете ориентироваться на эти цифры. Андрей, подскажите, во время продажи в листинге можно ли менять цену продукта, понижать или увеличивать? Да, конечно, можно, Хамид, но посмотрите, э, важный момент, друзья. Когда вы повышаете цену, повышайте аккуратно. Amazon это очень не нравится. Если вы повысите, например, не знаю, там продайте за 40 долларов, хотите за 50 продавать или там 49,99, не надо на 9,99 повышать. Повысите 42, через 3 дня 43, вот так вот, понял, посимошку? Потому что были такие случаи, были такие случаи, когда э, я повышал цены там на 10 долларов, да, там даже меньше, и у меня пропадала кнопка купить. Байна в ее не было, она пропадала. Потому что Amazon посчитал, что я резко повышаю цены, понимаете? И что мой товар, товар слишком дорогой, хотя другие продают по такой же цене. Просто потому что я решил повысить цену на 10-15 долларов, он резко. Вот. Плюс проседать позиции. Поэтому повышайте аккуратненько. А лучше вообще не повышать. Какая цена за создание, создание, листинга? Иван, ну что вас конкретно интересует? Смотрите, у вас создание листинга два этапа, даже в три. Ну, как бы там UPC-код купить можно без него, там 30 долларов он стоит. Да? Потом фотосессия, может быть цена от тысячи до трех и больше, в зависимости от продукта, от количества товаров, сложности товара и тому подобное. Качество фотосессии, да. И описание 70-75 долларов. вот. Ну, вы должны понимать, что это все разовые инвестиции. Разовые. Вот. Можно ли отправить товар небрендированный? Дмитрий спрашивает, если продаешь под своим брендом, следит Amazon за этим нет, он не следит, он не будет там открывать ваш товар, если нет какой-то острой необходимости, каких-то жалоб, да, там, вот. Но вы же когда будете регистрировать бренд, вам же нужно показать, что товар брендирован или хотя бы как упаковка брендирована, поэтому, поэтому как бы в любом случае вам нужно наносить куда-то логотип на товар или на упаковку, но куда-то нужно. У вас были товары, которые приходилось продавать в минус? Конечно, были. Конечно, были. Друзья, не, не говори, что типа я там запустил 50 продуктов, все там успешно. Нет, конечно. То есть, тут так, ну, типа, частично продукты выстреливают, хорошо идут. Какие-то продукты не, не выстреливают, их нужно сливать. И это нормальная практика, это у всех такое. То есть, никто, ну, если кто-то вам говорит, что я там запускаю, не знаю, 40 продуктов, и все у меня там в плюсе, это, это, это неправда. То есть. Как бы, ну, это, это реальный бизнес. Вы запускаете что-то заходит хорошо, где-то что-то не заходит, да. То есть это нормальная практика. Просто ну, нужно правильно тоже, если не зашло, нужно правильно уметь его слить, продать, там, поставить там, цену пониже, быстро его продать, да? чтобы не платить там за хранение и так далее. И есть ли обязательно сертификация товаров, товаров для детей, косметика или это редкие виды товаров, типа витамины только? Очень много могут быть сертификации, очень много. Вот. Для детей точно есть там два сертификата, как правило, CPC и тест репорт, то есть Children Product Certificate и CPC report. Вот. Для БАДов точно есть, для электроники есть, скорее всего, там, если там батареи есть, особенно вот, то есть как бы, ну, в многих нишах есть, просто нет, к сожалению, какого-то списка, где это все написано, понимаете? То есть, потому что ниш и подкатегорий очень тысячи-тысячи на Амазоне. Поэтому в зависимости, ну, вам нужно создать листинг, то, что я вам говорю, друзья, создайте листинг заранее. Не создавайте, когда вы уже заплатили за товар. Создайте, сделайте Amazon аккаунт, создайте листинг, запишите какое-то там описание, сконтактируйте еще с перевозчиком, они, как правило, фрейдфорвардеры, которые есть опыт, они тоже знают плюс-минус, какая сертификация им нужна там, да, на таможне или где там. Вот, то есть это все тоже, как бы, вот такие два источника, где вы можете узнать, какая, что вам нужно. Бывают ниши закрытые, где нельзя продавать. Например, там ниша продавать м -м -м, бижутерию, там не нужно открывать, там тоже нужно определенные сертификаты, чтобы качество нам было и так далее. То есть и таких ниш много. То есть сказать, что где-то какой-то список, ну, не сказать, если мы говорим о сертификатах. Так, Анна спрашивает, я, хочу, я запуталась, если указать адрес в США друзей, так, и потом при верификации LLC они будут проходить видео, верификацию, Вчера говорили, что только письма не будут получать. Не, им не надо ничего проходить, Анна. Вообще никакой верификации не будет. Вообще никакой. То есть просто вот, как я вчера показывал, регистрируйте, указывайте имя компании, адрес компании, в принципе, там, владельца, данные, все. И адрес компании может быть ваш друзей. То, что мне сегодня спрашивали, по-моему, ребята, кто-то спрашивал, да, что, если я насколько понял, у меня друзья живут в ЛА. Могу, я должен открыть компанию в ЛА, то есть в Калифорнии, да, в этом штате. Или я могу в другой? Нет, если адрес в ЛА, в Калифорнии, значит у вас и компания должна быть в Калифорнии. Вот Анна, где у вас друзья живут? В каком штате? Вот в том штате вы должны открыть компанию, понимаете? Если они живут в, во Флориде, значит вы должны, должны открывать. То есть адрес флоридский, да, с Флориды, значит, должны быть э -э, во Флориде. Или вы не, вы не это спрашиваете, Анна? Уточните, пожалуйста, чтобы я не хочу вас запутать. Вот. Есть ли ограничения в бижутерии? Да, Валерия, там есть. Но я не знаю, там для золота, для серебра какие варианты, но я знаю, что есть. У меня там ребята обращались, я помогал с запуском. Но там есть, там, там по-моему, категория закрыта. Да, по, по бижутерии там есть нюансы, друзья. Хотя китайцы там продают вообще легко, и, и много этих китайцев там сидят. Если компания находится не в США, какие минусы? Например, компания находится в странах СНГ, кроме под санкции страны, как Россия и Беларусь. Слушайте, но я вам не скажу, какие минусы. Например, вы там открыли там компанию на, в, в там, в Германии, да, то есть, или там, окей. ну, или, вы, ну, или вы про странах СНГ, ну, не знаю. То есть, для, для начала вам нужно попробовать открыть компанию, аккаунт на эту, на, на компанию, а, Amazon аккаунт на компанию в вашей стране. Для начала. Вот. Потому что тоже и с этим большие сложности. Очень большие сложности. Вот. Я лично не открывал такие аккаунты, скажу честно, но слышал, что там хотели люди от открыть на компанию в Украине, но что-то не получилось у них. Очень долгое время пытались, и не получилось. Агая, да, все так. Спасибо, она написала. Все супер. Значит, вам об Agai нужно открывать. Ну, в этом штате. Самому можно не сертифицировать товары, которые уже ввозили другие продавцы, получается. И вопрос по штрих-кодам. Какой момент их кто клеит? Смотрите, друзья, по штрих-кодам. Клеит поставщик, поставщик клеит штрих-коды бесплатно. Он не берет с вас ничего дополнительного. Окей? В какой момент, смотрите, вы заплатили 30% за товар, и уже, в принципе, там, за две недели, хотя бы до, 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 до окончания производства, там, за неделю вы уже должны скинуть все штрих-коды. А, жел, а желательно сразу. После оплаты сразу скинуть штрих-коды в ближайшую там, неделю. Вот. То есть мы говорим про штрих-коды, которые клеятся на каждый товар. То есть, вот, товар мы клеим на упаковку товара, да? штрих-код. Если мы говорим о штрих-кодах, которые нужно клеить на коробки большие, лейбы, шиппинг-лейбы называются, это вы уже делайте уже, когда товар, в принципе, уже вот произвелся, да, вам нужно сделать shipment. Я рекомендую делать shipment в последний момент, потому что там новые правила на Амазоне с февраля 2004 года, там дается определенное время, чтобы доставить товар, и чтобы не затягивать, вернее, чтобы, если раньше мы создавали заранее shipment и не переживали, то сейчас желательно shipment создавать уже в самом конце, уже когда практически товар готов. Вы знаете, что уже там через 5 дней товар будет готов, вы уже делаете shipment и уже скидываете лейбы на коробке, которая клеится поставщику, то есть эти лейбы скидываете. Где штрих-код получать? Скачивайте в личном кабинете. У вас там два типа штрих-кодов: один клеится на товар, на упаковку товара, второй клеится на большую коробку. Это все делается в личном кабинете. Используете ли вы э, сорсинг агентов для поиска производителей? Викинг спрашивает. Нет, не пользовался ни разу. Ну Вполне возможно, что попробую. Вполне возможно, что попробую. Amazon предупредит в нюансах в бижутерии. Мы уже заказали много образцов. Валерия. А, да, Валерия, создайте листинги. Создайте листинги. Если у вас есть аккаунт, зайдите, создайте. Какие сложности, Александр, да, вы уже спрашивали, помню, какие сложности регистрации торговой марки на физлицо в отличие от компании? Да, в целом никаких сложностей нет. В целом никаких сложностей нет. Можете регистрировать на физлицо. Вот. Соответственно, все документы, там, договор, инвойс, должен быть на ваше физлицо при регистрации бренда. Вот. Поэтому, в принципе, ну, не знаю, я не сталкивался. У меня есть там, знакомые, которые на физлицо регистрировали, пока никаких проблем я вообще не вижу. Вот. Может, конечно, Аторни, который по торговым маркам, может больше рассказать. Возможно, у меня было больше кейсов. Ну, вот. Но, например, смотрите: единственный момент, когда вот вы будете бизнес продавать, да. Хотя, даже если когда продаете бизнес, то тоже переводите торговую марку на другую компанию. Поэтому, в принципе, никаких, как по мне. Может быть, и есть какие-то, но я их не, не слышал. Так, друзья, еще буквально 5 минут, и все, уже 2.30 у нас по времени. Начинать продавать один продукт или лучше больше, зависит, Джон, от вашего бюджета. То есть если у вас бюджет есть, позволяет, вы можете 2-3 продукта запустить. Если не позволяет, один продукт. Все зависит от бюджета. Три продукта, x3 бюджет. Ну, не x3, ну, можно сказать, практически так. Поэтому вы должны это понимать тоже, чувствовать по своим силам. Окей? То есть вы можете с одним продуктом продавать много денег, друзья. То есть вам не нужен миллион продуктов. Когда вы начнете анализировать Amazon, вы сами увидите, когда откроете helium, да, там X-Ray, и увидите, что там один продукт, продавца всего лишь один продукт. И он там делает, не знаю, там 100 тысяч в месяц. Поэтому, какой бюджет потребен, чтобы запуститься в нише Home and Kitchen Kids? Но 10 тысяч хватит. Смотря какой продукт. Но там, если, если продавать товар в районе 40-50 долларов на Амазоне, то, в принципе, 10 тысяч хватит. Также на, разно, также на разнообразную партию штрих-коды заказывать самому для Amazon, как вы ранее показывали в видео. Да. Да, да, у меня там есть видео по штрих-кодам, я показывал, как его скачать. Как вот, по созданию литингу, да, там есть видео, где я показывал. Если я физлицо. А, если на физлицо, то адрес должен все равно быть в USA. Это вы про что, Инга? Не понял. Сколько вы продуктов продаете на данный момент, Сергей? Покажу вы скоро в выпусках. Спасибо за эфир, вам тоже спасибо. Друзья, буквально еще минуту, и мы заканчиваем. Как вам вообще был эфир? Все было ли полезно? Где брать договор, если моя компания, производитель договора? Прано вам нужно создать, значит, самой сделать договор составить договор. Можете найти специалиста на Fiverr, который вам это сделает договор. Я как-то пользовался один раз. Но ну, сейчас пользуюсь уже чат GPT. Вот. Написали чат GPT, что вам надо, он вам все составил. Вы там уже подкорректировали, что надо, и, в принципе, все окей. Окей, друзья. Все, спасибо тоже большое. Постараюсь почаще делать эфиры. Следующий эфир мы постараемся сделать с Ярославом по фотографии. Обсудим, разберем листинги, фотографии. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если можете. Этот останется, э, запись останется, вернее, эта трансляция останется в записи, поэтому вдруг что-то забыли, открыли, можете посмотреть. Вот. Поэтому, поэтому с радостью вам подскажу и разберем. Так, давайте еще буквально очень жду реалити, думаю, что Блин, пропустил. Так вот секунды очень жду ответы на ваши вопросы сегодня. Там будет наглядно. Да, очень много она в реалити расскажу, там покажу, как некоторые моменты. Так, Виталий спрашивает: насколько ваша обновлена ваш курс обучения на 2024 год? Вы успели внести апдейт с курс учетом изменений, что работает, что не работает в 2024 году, если же основные моменты пока озвучены были здесь. Да, Виталий, частично обновил, частично обновляю, частично мы делаем по зуму, так что не переживайте, у вас будет самая актуальная информация. Вот. То есть если какие-то уроки я удаляю, некоторые обновляю. То есть, конечно, потому что Amazon не стоит на месте. Да, друзья, всем спасибо еще раз. Друзья, спасибо вам большое раз. Еще спасибо вам большое всем. Так, сейчас я кусочек видео сниму. Вебинар номер два у нас подходит к концу. Все большие молодцы. Все большие молодцы. Спасибо вам большое, что были на связи. Я постараюсь более чаще делать э, такие трансляции. Не только такие, можно разные темы. Напишите, кстати, какие вам темы были бы интересны. Может, напишите в комментариях. Уже не в чате, а в комментариях к этому видео. Многие просили по торговой марке. Вот. Многие по торговой марке писали э, видео. Да, я так понимаю, будет интересно. Там просто по другой марке есть свои нюансы, поэтому то, что я вам показывал, есть разные методы. Ну, напишите, что вам интересно было в целом, какие видео а, про Дубай пишется. Да, там интересно. Amazon Dubai. Окей, okay, друзья, все. Всем спасибо. Увидимся очень скоро. Все. Пока. Всем пока.